Раз, два, три, семь. Всем здрасте, всем доброго вечера. Пятницы. Сегодня мы вовремя начали и принесли мы с Максимом вам Dragon Age Origins. Шестой стрим по счету. Здорово, Андрей. А что не вовремя? Все ты успеваешь, мы только начали. Даже за 10 минут до официального начала стрима, да? Я так полагаю. Работает у нас сегодня, наконец, заработал ВК. Мы разобрались, что там не работало на буле. Теперь он работает. Работает еще взад. Не знаю, нахуя он нужен, но зачем-то нужен. Вот. Скоро, надеюсь, еще и Яндекс подключится к этому всему делу. Месяца через два, блядь, с половиной. А есть нет. Напоминаю, на прошлом стриме мы закончили так, где мое Е и СО и вот это вот все. А, да, всем здрасте. Напоминаю, на прошлом стриме мы остановились на поиске урны Андрасте. Собственно, чтобы вылечить Эрла и Амона, Эрла... Чего он? Редклиффа, по-моему. Я не помню. Короче, когда вообще последний стрим по дракону был? Не помню. Вот, я тоже не помню, но помню то, что он был пятый. Вот так, все, на дополнительном экране я стрим вижу. Вижу себя заросшего-обросшего. Короче, все так должно и быть. Все так задумано. Так, звук есть, изображение есть. В общем, закончили мы на том стриме на загадках, собственно. В поисках урны Ондрасте. Сейчас посмотрим. Вот, урна священного праха. Глава последователей Андраста и Колгрим. А, короче, понятно. Помнишь, мы встретили этого, который дракону поклоняется? Он сказал, типа, это, возьми кровь дракона и это самое... Туда-сюда, это, освети, в смысле... Драконом? Оскверни. Ну вот это, кровь дракона, типа, чтобы он это, урну Андрасте осквернил. Вот. Я не знаю, будем мы ли это делать или не будем мы это делать. Сейчас доберемся. Сначала разгадываем загадки от призраков. Но насколько я помню, в том стриме загадка... не удалось, так сказать. Демон напал, напрыгнул. Давай слушать вторую. Голоса призрачных царств. По звуку, надеюсь, там нормально все. Удивительные сестры мысли скитаются в ночи, но исчезают с проблесками рассвета. Я половину прослушал, но что сейчас это? Еще раз прослушаем. И ваше здоровье, господа, с пятницей. Так, давай внимательнее. Голоса призрачных царств. Отзвуки еще. Удивительные сестры мысли скитаются в ночи, но исчезают с проблесками рассвета. Сестры скитаются в ночи, но исчезают с проблеском рассвета. Это сны, наверное, да? Сны не сходили ко мне, когда я носила дочь под сердцем. О ее жизни. О том, как ее предадут и погубят. Я вся печаль и раскаяние. А видишь, я что у нее с лицом? У нее скукожено. Это типа, этот, ну, видно, призрак. Тип. Так, справа края начали. Ну, давай отсюда. И леди Василия. Око за око. Око за око, зуб за зуб. Долг крови следует выполнить сполна. О чем долг речь, крови моя? Стоит выполнить сполна. Надо выполнить. О чем речь? Око за... А, месть, да, месть. Ну, типа, я око за око, зуб за зуб, член за член. И вот это вот. Вместе с ее военачальниками, дабы все узрели мощь империи. Я правосудие. Правосудие, я месть.
Я все. Кровь можно воздать. Земля, ягу... А, нет, это уже не отсюда, по-моему. Ну, слушай, вроде бодренько начали. А, сейчас игру пройдем. Да. Тейн Шатун. Не гость Шатун? Здесь, Шатун. Не захватчик. Всей обители принадлежу я. Шартан. И она моя. Шайтан. О чем я речь веду? С огнями. Я прослушал его опять. Не гость я здесь, не захватчик. Всей обители принадлежу я, и она моя по праву. И она моя по праву. О чем я речь веду? Гость не захватчик, все обители принадлежу я, и она моя... Ну, дом, наверное. Мечтал я дать сородичам своим страну, типа, где по не было бы логике вот этого нами, помимо нас самих. И вроде правильно, да. Враг моего врага мой друг, потому пошли мы за Андрасте против империи. А, типа, опять про восстание против империи. Но это нам особо не интересно. Так, еще сколько получаю? Еще 4 загадки, го. Ученик-инвалид, Гарвард. Гавард, простираются в объятия. В белом облачении, как невеста, приветствующая возлюбленного. Дубляж, конечно, отвратительный. Вот прям, прямо вот, вообще, прямо вот совсем. И там в начале половина исчезает. Кости земного мира простираются в объятия неба. В белом облачении, как невеста, приветствующая воз... Ну, горы, горы, по-любому. Возлюбленного. Горы же? О чем речь моя? О гора. Эй, тихо. В горах? Да, горы, я перенес прах Андраста из Тевентера в горы на востоке. Отсюда она может вечно глядеть в небо ее создателя. Не сыскать лучшей гробницы. Не сыскать лучшей гробницы. Так, идем дальше. Генерал, что-то там. Жестокий близнец страсти. Из любви растет, доколе ложь любовь не уничтожит. Ревность. О чем речь моя? Ну, я так, по крайней мере, полагаю. Как на самом деле оно? Давай посмотрим. О ревности. Да. Да. Ура, ура. Ревность меня. Слушай, я сегодня прям в ударе. Я... Величайший полководец Аламари, рядом с ней был никем. Сотнями люди валились пред ней на колени. Как создателя они любили ее. Создателя? Я тоже любил ее. Но разве под силу человеку тягаться с Богом? С Богом. А где он его нашел, интересно? Так, вот. А? Кто? Ученик Кайфадар. Никто этого не видел, но все... Легче воздуха, острее меча. Он принесет нам что-то. Является из ничего, но одолевает могучие армии. Что это? Что это? Сейчас я послушаю. Окошко с чатами себе выравнивал. Все. Так, давай. Мне нужно услышать это. Никто этого не видел, но все знают. Легче воздуха, острее меча. Является из ничего, но одолевает могучие. Что это? Что это? Молния, огонь, женщина, голод. Женщина? Мужчина? Блин, это либо голод. Никто этого не видел, но все знаю. Легче воздуха, острее меча. Является из ничего, но одолевает могучие армии. Является. Никто этого не видел? Не, ну молнию-то видели. Голод. Да, голод.
Голод был оружием, которое сокрушило нечестивцев из Тевентерской империи. Голый мужик! Создатель разжег пламя солнца и опалил землю. Посевы не уродили, и их армия не смогла выйти в поход. А затем он разверз хляби небесные, и воды смыли их мерзость. Катайр имя мне. Я последователь Андраста и предводитель ее войск. Я видел, как сие вершилось, видел благоволение. Так, осталась последняя загадка. Я думаю, по-моему, за этой дверью как раз и владеет сломанным мечом и отделяет истинных королей от самоз... О чем речь моя? Да ёб твою мать, ебучий дубляж. Владеет сломанным мечом и отделяет истинных королей от самозванцев. Отделяет. О чем речь моя? Сломанный меч правосудия. Время. Время? Нет, не знаю просто. Ну, насрать, в принципе. Сейчас мы его запенетрируем. О, он на меня почему-то агрится. Не знаю почему, но я хочу в тень. Тебе нельзя в тень. Почему? Потому что во время боя нельзя. Всем выйти из сумрака. А им можно. О, этот Шинани. Я тоже рада тебя видеть. Жизнь в других местах тебе на пользу пошла, верно? Тебя даже люди уважают. Я тоже рада тебя видеть. Нас, да, ты да, помнишь, да, с кем рос? Я правда, ее не помню вообще. Кто это, блядь? Понятно, что какая-то Шанни. Нас-то помнишь, с кем росла? И то... С чем кое-что... То... А, кто... Кое-кто из нас каждый день сталкивался. Что, блядь? Ой, это тоже загадка. Не знаю. Эх, освободить бы вас всех. Ты хочешь, чтобы я повинилась? Я не знаю, что там, блядь. Короче, последнее. Ого. Я не помню, кто спасибо, это просто. Вот только времени на это нужно много. У тебя столько нет. Ты ведь мало привет, что на чувствуешь, когда вспоминаешь былое. А? Здорово. Здорово, Каен. Привет, привет, дорогой. Позабыла, присоединись. Завидую тебе. Как Кайоми. Ты живешь другой жизнью, я надеюсь, я правильно. Могу лишь мечтать. Вот так. Перед тобой великая задача. Окей. Хочется, чтобы ты за нее взялась. Помню? Думаю, тебе следует. Пока я обновлюсь. Он сломается. Надежда просыпается. Не, пока вроде... Пока он вроде не сломался. Буквально секундочку. Слушайте, сегодня прям на этой неделе вообще хорошо идем, да? Прям все как это, по расписанию. Вот. В среду стрим был. Репостер. Неожиданно. Да. Сейчас чего ему в среду-то быть? А когда он был? В среду был? Ну вот, я и говорю. Прямо это самое. Я и говорю неожиданно. Ну. И сегодня в пятницу, прям вовремя, прям вот даже за 10 минут до назначенного времени, там во сколько, в 20:50 мы начали, прямо вот... Прям очень неожиданно. На самом деле так. Потому что кое-кто сходил в магазин пораньше. Пораньше, да. Оказывается, так можно было. Оказывается, да. Оказывается, не нужно было. Можно не тянуть до половины девятого, скажем так, условно. И сходить в 5 часов. Так, по-моему, кажется, да? Да, все, он никуда не перекидывает, а то в среду у нас были проблемы, он не запускался вообще. Да, но сегодня мы разобрались. Сегодня тоже сначала не запустился, а потом как запустился. И где?
Вроде все нормально. Так, да. Итак, я, короче, прослушал, что это за женщина. Я ее вообще не помню. Ну и, в принципе, и ладно. Вот. Они все на нас бросятся. Куча призраков. Призраков. А можно в тени идти? А, это этот, как у призраки Алистера. А, это наши, типа, призраки, да? Морриган, да. Вот, Лилиана почему-то с луком. А можно Алистера уже как-то запенетрировать? Вот, так, сегодня у нас пятница, да. Я с этим вас уже поздравил. Выпили мы уже за ваше здравие. Сейчас мы еще за победу выпьем. В этом стриме. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Вот, и... Я так думаю, может быть, воскресенье. Все-таки я вообще вчера хотел этот запланированный стрим по 279-му сделать, но так получилось, то, что не получилось. Вот, может быть, это будет воскресенье, а в среду будем, наверное, продолжать Days Gone, да? Этот, ну, в смысле, Last of Bikers. О, вот, все, Максим, я надеюсь, у тебя пособие открыто. По прохождению. Эй, видишь вон те штуки на краю пропасти? Я, короче, стою прямо, смотрю. Они просто так там лежат. Может, до них надо дотронуться? Перед ямой. Наступить на них? Алистер, вот как вошел, так и стою. Куда идти? Подозрительные места на полу. На цифру один ставится первый симпатий. Один это где? Вот справа вторая. Снизу. Вторая снизу? Да, справа. А, справа. Так, дальше. Вряд ли на нем можно стоять, но хоть что-то для начала. Поставил. Так, и я опять смотрю это самое туда. Слева третье. Так. Вон там есть кусок настоящего моста. Если мы сделаем все части моста твердыми, мы сможем перейти на другую сторону. Третий, получается, так, слева самый верхний. Сейчас, секунду. Секундочку. Буквально. Я что-то нажал, у меня там что-то в ОБС начало пищать. Так. Еще раз. А слева самый верхний. Ага. А тебе же этот главный герой нужен. Ну, да, там написано, как хорошо сделать. Так, куда еще тыкать? Так. Четыре. Сейчас, подожди, я не вижу. Так. По мостику надо. Перевести, говорит, теперь. До конца. А, тогда я это самое переключаюсь на ГГ. Ставлю Алистера на его место. Так. Вхожу на мост. Дальше. Так. О, получается, со второй точки, которая этот слева. Скажи, что тебе нужно? А, где Морриган, да? Всё так. А, не-не-не, да, да. Вторая точка справа, там Алистер. Не-не, слева. А кого убирать? Вот, да, это бабу черную. Морриган, и куда ставить? Ну вот. Ее надо. На точку 5 получается справа четвертый. Так. Раз, два, три, четыре. Так. Бежишь пока. Ага. Встал. Так. Вот это чувака бери и слева снизу ставь. Слева снизу. А, на самое первое? Да. Так. Перемещаюсь, да? Дальше. Че произошло? Я, ну, этот штука материализовалась, короче. Вот, слева бабу. Так, слева бабу, Лилька. Так. И направо. Получается, на следующую точку после другой бабы. Ага.
Космос такие. Так, такая оргия. Лесбийская получается, блядь. Так, дальше. Да, всё. Друг мой. Иди дальше. В смысле, а он не материализовался. Мужика надо куда-то, видимо, поставить. Так, где он? Пятый. Или кого? Что? А, это Билли Морриган, да. А. И на другую сторону. Предпоследний. Последнюю? На предпоследний. А. Да, 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 да. Все, фу, блядь, я вот сколько не проходил я вообще вот Драконью Кость, то есть прямо вот совсем не могу никак запомнить. Ну, в принципе, а может оно и не надо, всякую гадость в голове. Ну, не гадость, конечно, нет. Dragon Age Origins, крутая игра, наверное, одна из моих, ну, любимых самых. Вот. Ну, в том же ряду и Mass Effect стоит. Первый, второй, третий нет. Третий только с модами. Ну, за победу. А обратно как? Обратно они, по-моему, телепортируются куда-то. Потому что, смотри, сейчас, короче, увидишь, они все сюда телепортнутся. Вот. Непонятно как, но... Алтарь всего лишь за... Пыленная каменная плита. Вы можете разглядеть вырезанную на его поверхности надпись. Это все, конечно, очень хорошо и здорово, но я что-то нихера не могу разглядеть там. Сбрось оковы мирной жизни и посвяти себя богине души. Царь и раб, лорд и нищий. Все будут рождены заново в очах создателей. В очах. Снять снаряжение, короче. Не, в очах, наверное. Или как, блядь? Как правильно? О, все, смотри, прошел через это. О, майки. Ого, да. Прошла путем Андрасте, и ты миновал испытание, прошла. А, ну он говорит же, да. Поломница, там же все слышно. Себя достойно. Приблизься к священному праху. Теперь скажут, давай, оскверни его, или не оскверняй, или что-нибудь такое. Слушай, блин, я же залутать что-нибудь хотел здесь. Можно же, наверное, это лутануть. Типа. Что-то в одежде. Ну, типа, ну она как с это и сняла с себя одежку, а потом как-то это. Дело. Я и подумать не могла, что своими глазами увижу урну священного праха. У меня нет слов. Я даже не думал, что кто-то сможет искать место упокоения Андрасте. Но вот она, перед нами. Я вся трепещу. Правда. Грязные травичи в кишках вот этих. Перед вами... Земные останки Андрастия, пророчицы и невесты Создателя. Взять щепотку праха, вылить кровь дракона в урну. Слушай, может проще надо было их завалить там всех и все? Так, короче, щепотка праха нужна. И отойти от урны. Я не в курсе, что там, кого, куда. Фух. Ну, в прошлом стриме же этих, фанатиков же встретили. Ага. Вот. И типа они сказали, мы вас пропустим, но возьми кровь дракона и это самое, оскверни прах Андрасте этим, этой самой кровью. Вот. Все. А ты там вроде был маг у них. Кем? Маг был. Где маг? У них, у этих. А не знаю. Так, вернусь. А у нас-то какая главная миссия? У нас главная миссия взять эту щепотку праха Андраста. А еще убить всех магов. А, точно. Чтоб не осталось. Точно, да. Да-да-да. Если у них... Значит, сейчас будем их пиздить, раз у них маг остался. Так вышло, то, что как-то я по неосторожности, ну или случайности,
ебанул всех магов в круге. Хотя мы этого вроде не планировали изначально. Мы хотели всех спасти. Но оно как-то не получилось. Ты добралась до этот урны, Казимир. Но Андраста не обрела свободы. И это теперь надо всех уничтожить, чтобы это была просто легенда. Да. Я ничего не буду объяснять, что ты несешь, я освободил Андрасте. Ложь! Ты предала нас! Предала нашу владычицу! Андрасте. Андрасте. За это ты умрешь! Здрасте. Познай Дерасте. Неодолимый гнев Андрасте! За это ты умрешь! Конечно! А, ну конечно. Конечно! А можно в тень? Ночной дозор. Или нет? Нет, там наоборот. Это, типа, всем выйти из сумрака, да? Надо встать туда. Так, надо из боя выйти, наверное, чтобы... Она не входит. Что за фигня? А чё они там стоят, смотри? А, блять, надо отжать эту штуку-то, чтобы они ходили. А то у меня с этих какого... Сплит с этих осталось херня-то, чтобы они на месте стояли. Килогримник, полгримник. Только Азимир. Так, надо залутать. Коды грим. Залутаться? А чё с ним? Вот. Колгрим. А чё с него можно взять-то? Рок колгрима можно взять. Я не знаю, нахера он нужен? Парка, бомба, херня. Так, что у нас там по заданию? Да, надо идти. Спутники Гримуар Флемет. Ты нашла Флиант Флемет, отдала его Морриган. Кажется, девушке не терпится изучить его. И один создатель ведает, что она узнает. Короче, это в лагере нужно к ней подойти. Круг магов, страж предела, записки ученика. А, ну это, короче, там загадку нужно решить. И науки призыва там тоже нужно загадку решить. Так, вот, сделать активно. Эрл Редклиффа. Использовать прах пророчицы Андрасты для исцеления Эрла и Амона. Ты нашла урну священного праха. Вылечи Эрла и Амона с помощью праха. Блять, как много, сука, праха в одном предложении. Просто. Так, вот. Короче, у них есть маг. Сектант-маг. Вот. И вот ты ищем. Все, это наша основная цель вообще. На прохождение всей игры. Но я так думаю, то, что в Денриме же еще маги должны встретиться. Так что. Так что я думаю, он не последний на континент. Ничего, по одному. По одному, по чуть-чуть, по маленечку. Сволочь. Так, пускай они там воюют, и я пойду что-нибудь залутаю. А, тут где-то... Да-да-да, вот тут сундуки и вот это вот все. Как пожелаешь. Торговые декларации. Я не знаю, правда, нахрена они были. Тут, короче, и вот я помню, когда проходишь же, тут на протяжении всей игры ты собираешь вот эти вот налоговые декларации, там любовные письма, перепись чего-то. Конечно. И нахрена я так и ни разу и не понял. Ну хорошо. Успехи из чешуи. Так, слушай, а можно куда-то переместиться отсюда? Нет, нельзя. Ой, мать. Можно дракона призвать, конечно, его попробовать замахать, но я что-то не уверен. Дракон. Дракон может задраконить. В разрушенный храм? Можно наверх как-то? Я что-то вниз не хочу. Не улыбает меня опять через весь разрушенный храм, туда куда-то идти. Через эти катакомбы и прочее. Так, во, пещеры. Так подожди, а куда надо-то? Может, все-таки в разрушенный храм? Да, наверное, в разрушенный храм все-таки. Потому что нет, через пещеры я обратно через всю локацию не хочу бежать. Может быть, здесь будет быстрее к этому
брату Джины Рими, Джини Тиви, я не помню, как его зовут, в общем. Но это и не важно, я так думаю. Так, о, смотри, да, вот, как раз к этому. Павший рыцарь, доспех усердия, нахер он нужен? Так, а тут больше нет никого? Подожди, а почему так сразу нельзя было сделать? Чего? Как бы пройти здесь? Я постараюсь. Почему надо было через... Потому что нельзя. Блять. Потому что нельзя. Быть красивой. Такой, да? Как это? Я ж хотел в этого... С это... Какого совсем стрёмный бабич сделать, но получился щекастый бурятский пчеловод и более-менее симпатичный. Нашла её. Ну, наконец-то. Долго же тебя не было. Нашла её. Показать Дженитиве яиц. Я имею мешочек с прахом. Это... Показать Дженитиве. Там пыль какая-то? Нет, это не пыль. О, создатель, я не достоин вас зреть. Я недостоин воззреть. Ну и как? Что ты ощутила? Там... А, это, он же это, фанатик, типа, чал же, по-моему, всю жизнь, вот это, туда-сюда. Ну и как, что ты ощутила, подходя к Урме? Ужасно, там были испытания, в жизни не испытывал таких глубоких чувств. Это просто каменный кувшин с останками сгоревшей женщины, ну типа да. Для тебя может и так, но для тысяч людей это значит больше. Какие тут варианты еще могут быть? Я же вообще хотел отыгрывать какую-нибудь кощунство. Стервозную бабищу, мы да? Должны организовать экспедицию. Уже поздно. Уже поздно, да. Этим мы займемся в Mass Effect. Прям, блять, вот рыжуха стерва будет прям вот самая натуральная. Вот. Ну, до Mass Effect когда-нибудь доберемся. Там еще... У нас вон сколько всего игр-то нарисовалось, и Last of Bikers вот портировали начали. Там и Exodus, и прочее. Детройт, вот, может быть, я тоже хочу учить. Так, мы должны организовать экспедицию. Здесь все, сплошная история. Ее необходимо изучить и необходимо открыть паломникам путь к урне. Нужно, чтобы урна священного праха была открыта миру. А это еще зачем? Мы должны сохранить эту тайну для себя. Это неразумно. Сразу найдутся желающие воспользоваться плодами открытия. Но да? Ведь урна принадлежит всем верующим. Разве можно лишить их а такого счастья? А он все равно по-своему. Нет, мы обязаны все рассказать. Я тоже так считаю. Мы не можем утаивать это от остальных. Кто мы здесь такие? Ну ладно, давайте это всем значит, дадим прах по чуть-чуть. Берет из урны всякий, кто сюда приходит. Надеюсь, эта урна бездонная. Вот, да, я о том же. Надо делиться с другими. Если разнести эту весть, к церкви обратится множество людей. Разве не этого ты хочешь? Я разнесу сию добрую весть, я вот даже совсем если не это очень будет стоить хорошо. Мне жизни. Значит, ты умрешь. Просто убить же не тебе, блядь. Смотри, так, приключится что дурное, ты будешь виноват. Ну да. Я должен вернуться домой. Нужно так раз, много раз сделать. Они все тут это дружно уговаривают, думали, Денериме, типа, навести меня. Андрасти велела делиться, у меня и есть вот это небольшая все? Коллекция интересных реликвий. Я ведь у тебя в долгу. Надеюсь, увидимся. Андрасти же нет уже. Ну да. Ну... Ну, типа, это, как она, поговорка, типа, какого, бог велел делиться, да, но тут у них только Андрасти. Так, а куда нам надо в это, в замок Редклифф надо? Вот, кстати, тут начал досматривать Люцифера, какой там, пятый, по-моему, сейчас сезон. Вот. И там, ну, в это, как во второй половине сезона появился бог. И он оказался черный Иисус. Я кстати, думал, то, что это по канону, короче, ну, как это уже принято, да, в фильмах. Бог играет Морган Фриман, да, вот там в основном.
Вот. Ну или на худой конец он появляется и все объясняет. Вот. По-моему, в любом фильме. Ни хера непонятно, появляется Морган Фриман и все объясняет. Вот. Но там нет, там, по-моему, другой чувак, и мне кажется, это он, по-моему, в этих, как бы, и в ходячих мертвецах играл этого негра. Какого-то из них. Вот. Играл негра, вы. Вот, и, ну, в оригинале ходячих, в бойске из ходячих, мне кажется, это он теперь ее черного Иисуса играет. Хотя я могу ошибаться, я не знаю. Может быть, это он какого-то негра играл, может быть, не он. Вот, они, я не знаю, они одинаковые, брат. Вот все черные, сука. Ой, сейчас. Я надеюсь, там это на Твиче какой-нибудь это хомис не оскорбится. Зачем я закрываю ловушки? Видимо, зачем-то. А, за них это опыт дают. Как пожелаешь. Че, корень смерти можно залутать? Еще гендла комиссионера можно залутать. Еще и эльфийский корень. Еще ловушка капкан. Вот и вожака. Что-то с него хило прям вообще падает. С этих вожаков. Ладно, го. Слушай, такими темпами я сейчас до Денерима прямо вот буквально, наверное, в течение 15 минут дойду, и стрим можно завершать, блядь. Потому что... Пройдем сейчас. Нет, всю... прям до конца не получится пройти. Вот, потому что перед финалом нужно еще DLC будет пробежать, потому что там голема себе можно задраконить. Вот. Прелестно. Хороший антир, но ничего больше. Тут, мне кажется, собаку надо, чтобы она что-то откопала. Короче, да, там голема себе можно заиметь. И этот... прикольный DLC про пик солдата или пик стражи, я не помню, как это называется. Вот, но оно такое прям хорошее. Там этот чернокнижник старый живет в башне, и еще призрак стражи командора, ну, такое прикольное. Вот. Поэтому перед собранием земель, кажется, да, нужно будет это все сделать. А сейчас, кажется, и будет собрание земель, блядь. Ну, не-не-не, там еще в Денриме, в самом дохеродел. Поэтому... Так, это что? Почему у них, блядь, у них во дворе раскиданы кости скелетов, в смысле эти скелеты, ну, кости? Вы вернулись. С какими вестями? И по всему замку, смотри. Ну, вот, условно, ну... Сколько отсутствовал наш это главная героиня? Ну, месяц, да, и, допустим, да, и за месяц нельзя было убрать замок, и вот это вот все. Нельзя. Я хотел бы поговорить. А, точно, у нас же этот ждет, когда мой брат решит его участь. Во. У нас же этот тут маг есть. Крови. В замке, блять. Нет, этого я не сделаю. Он чуть не убил моего брата. Я его хочу отпустить, чтобы потом поймать. Если он пожелает его простить, он это сделает сам, если очнется. Так, я нашел урну. Нашла. Это же замечательно. Идемте же скорее к Амону, проверим урну в действии. Нашла, да. Идемте скорее к Эрлу и Амону, проверим ее в действии. А, хохоча убежал, блядь. Посыпал там... Смотри, тут маг есть. Надо это самое. Туда-сюда его. Откуда он здесь, если мы в круге всех за это самое? О, где я? Успокойся, брат. Ты долгое время он был тяжело болен. Ты ничего не помнишь? Теган, не, а погоди, мы в это как в башне круга магов, мага круга башни, короче, а это в шкафу же находили какого-то товарища. Где наш сын? Он. Вот. Его нет в живых. Но что с ним потом стало, я что-то не помню. Конор мертв. Ясное дело, что стало. Так значит. О, а мы ж этого пиздюка-то за это самое. Многое случилось, брат, с тех пор, как ты заболел.
Да. Кое-что из этого тебе будет нелегко. А он все равно узнать. Бесполезный. Я вот так вот, к слову говорю, я его в Инквизиции все. Встретил, и он как бы вообще прям бестолочь ненужная. Правильно сделали. Ну. Больно слышать все это. Его там изгнали куда-то, и поэтому нахер вообще. Много еще предстоит сделать, это правда. Но прежде всего, я хочу поблагодарить как тех, кто больше столько проблем сделал от него. Для нас. Серый Страж, я знаю, ты Серый сделала Страж, то, я, что да. должна была сделать. Я горюю о своем сыне, но верю, что если бы не твое вмешательство, все закончилось бы гораздо хуже. Я у тебя в долгу. Короче, завалили его пиздюка, он говорит, я у тебя в долгу. Класс. Позволишь ли ты предложить тебе... Так, какую награду? Мне нужна твоя помощь в борьбе с Мором, этого достаточно. Мне не нужны награды от людского лорда. Если тебе так хочется, я не стану возражать. Так, нам, короче, нужна его армия. Понимаю, но каковы бы ни были твои побуждения, я считаю, что ты достойна награды. Я ведь только хочу отметить твои труды, не более. Так, ну давай, раз. Он что-то еще дать хочет. Тогда позволь мне объявить тебя и твоих спутников героями Рэдклиффа. Вы всегда будете желанными гостями в этих стенах. Героев России, да, в смысле Рэдклиффа. Страж, я даю щит, такой же, какие вручаются лучшим нашим рыцарям. Чуть-чуть, да. Да, а тебе, Страж, я даю щит, такой же, какие вручаются лучшим нашим рыцарям. Нахера мне его щит? Скажи, у меня этот... Баба, эльфийка, разбойник. Нахера ей щит, блядь? Благодарю. Так, думаю, этого будет достаточно. Поговорим о Лагейне, брат. Пофиг. А то еще какую-нибудь хуйню, блядь, втюхает. Что ты вытворил? Не нужно. Лагейн сеет весь мусор там. Не думай о том, что рождение тьмы уже у нас на пороге. Сейчас вон с пола подберет. Вот тебе кость. Кость. Кушай, блядь. Угощайся. Это собачки. Эмон, я сам слышал, как он заявил, что теперь трон принадлежит ему. Поверь, честолюбие довело его до безумия. И три полена еще. Он и вправду да, безумен. Придачу. Разве это не безумие убить Кайлана, пытаться убить меня и разорить мои владения? Кайлана, говорит, убил. Чтобы не произошло с Лагейном, лорд, его логи, надо логи. Остановить. Но хуже всего то, что сейчас мы не можем позволить себе настоящую войну с ним. Так, говорит, мы не можем сейчас в открытую, ну так вот, воевать, но мы же можем объединить знать для борьбы с Лагейном. Я с нетерпением ждал встречи с ним на поле боя. Тогда что вы предлагаете? Так, ну да, можно тогда знать, в принципе, да, объединить. Я могу объединить тех, кто противостоит Лагейну. Принял. Однако не все с ним враждуют. У него есть весьма могущественные союзники. У нас нет времени разворачивать против него военную кампанию. Кому-то придется уступить, если мы хотим, чтобы Ферлден устоял под напором порождений тьмы. У нас так, ага. Почему он опять то же самое повторил, блядь? Что за фигня? Сука, странный дубляж, прям вот отвратительный. Хорошо то, что во второй части его не будет, блядь. Ну, с одной стороны, конечно, хорошо, с другой стороны, мне все читать придется, блядь. Так, значит, вы сдаетесь, выходитесь... Да, а чё, я это, зря жопу Лагейн себе рвала? В гнусных как бы. Я сделаю все, чтобы он заплатил за это. Но наши силы следует приберечь для битвы с порождением тьмы, а не для междоусобиц. Я распространю вести о предательствах Лагейна. А, во-во, точно, сейчас нужно будет доказательств. О, это надолго. Это говорю, в Денериме там просто этот ход еще он стрима на два, наверное. А третий стрим еще в финальный будет. Мы поэтому... должны найти претендента на трон, сегодня у которого больше прав, чем у королевы, дочери Лагейна. Сейчас брат, пойдем в лагерь, после лагеря сделаем Алистера? Перекур. Ты уверен? Вот, потом пойдем в Денерим. Я предлагать, если бы у нас был выбор. Вот, однако и не хотел, и, блядь, ох, как не хотел я Денерим начинать сегодня. Но придется, видимо, потому что час почти только стрима. А, DLC? Ну или да, ну или, в принципе, DLC можно.
Хотя, хотя я ж, блядь, в названии что у нас написано? Карты, деньги, два ствола. А, в смысле, нет. Как у Эрл, Урна, Денерим, Редклифф, Урла и Амон. Я не помню. Как стрим вообще называется? Редклифф, Урна, Денерим. Ну, хоть не Урина. И на том спасибо. Я, так, я не стал бы такой предлагать, если бы у нас был выбор, одно же произошло немыслимо. Что произошло немыслимо? Вы собираетесь сделать Алистера королем, но из Алистера выйдет ужасный король? А, в смысле, я хочу быть вообще-то. Наши с Теганом права на трон подкрепляются только... У нас был план завладеть крови. Всем миром? То есть они ничем не лучше лагейновых. Помимо аннигиляции а всех вот магов. Алистер. Именно особо. А когда его крови. Не было, а такого как же плана. Я? Неужели никому нет дела до того, чего хочу я? Алистер, на тебе лежит большая ответственность. Будем это самое. Без королевить. Тебя Лагейн возьмет верх. Сильная независимая если бы женщина. Мне пришлось бы ради блага Ферролдена поддержать Лагейна. О. Скажи, ты этого а хочешь? Там же есть королева. Я... Но можно я... ее, наверное, залесбиянить и типа я это. Я вижу только один такого... путь. Две лесбухи на троне? Что-нибудь такое? Придумать? Я не знаю, игрой такое предусмотрено или нет. И тогда Ферролден так или иначе сам решит, кто будет править. После этого мы займемся подлинным нашим врагом. После этого мы займемся орги. Что ты скажешь на это, друг мой? Мне очень нужно твое одобрение. Так, говорит... Да, давайте. Давайте, да, свингер-пати. После этого мы займемся подлинным нашим врагом. Что ты скажешь на это, друг мой? Мне очень нужно твое одобрение. Так, посмотрим, какие у нас есть варианты вообще ответов. Ну что ж, приступим к, к исполнению нашего плана. Мое одобрение. Зачем вам мое одобрение? Лучше ли просто убить Лагейна? Кстати, вариант. А что мешает Лагейну просто напасть на Редклифф? Хер его знает. Мы... Вы считаете, у нас получится с собранием земель? Какой у меня выбор? Так. Может, нам что-то предложит союзников, он? Но они понадобятся нам для битвы с порождением тьмы. Я убежден, что собрание земель — это лучший выбор для нас. Мы могли бы начать военную кампанию против Лагейна. Так, подожди, он меня, он опять собирается победим, повторять вот это вот все? Не. Быть может, Лагейн решил пустить все это себе на пользу. Так, лучше не просто он убить Лагейна. Что все подумают, да, может... что противостояние... Так, короче, хорошо. Выбора нет. И... Я разошлю. Я не собираюсь это все слушать. Прежде, чем он будет все это миллиард раз повторять. Наставником моего сына. Я так понимаю, он все еще жив. Да, жив. Кто жив? Он а, о, этот, как его, наш этот, Малифитяр, в смысле, этот маг. Кровище. Йован, можно даже не обсуждать твои деяния. Ты пытался убить меня и тем вызвал череду событий, а что с ним можно вообще сделать? Не уничтожили дело всей моей жизни. Понятно, то, что запенетрировать, может, он как-то это с Мором может нам помочь. Только... Мы же это собираем любыми путями. Как бы опрокинули гномов на наковальню. Понятно. Ну, типа, серый страж, то самое. У тебя есть нам она нужнее касательно Йована. Этих эльфов. Блин, слушай, мы же эльфов аннигилировали еще во всем лесу. И взяли этих, да, оборотней на службу. Силы зла. Понятно, серый страж, у тебя есть что сказать касательно Йована? Он помогал нам добровольно, пусть у него и не было особого выбора. Кажется, он искренне старался искупить свою вину. Ну, типа да. Вот как? Давай, короче, его это завербуем. Поворот. Каков будет твой приговор? Мне, как пострадавшей стороне, услышать голос милосердия нелегко. Он не заслуживает милосердия. Передайте его кругу магов, отпустите его, пусть круг сам гоняется за ним, если им... Нет, надо его как-то применить. Во, давай его... А, в смысле, в круг магов? Там же нет... А, там храмовники есть, подожди. Они с ним что-то могут сделать нехорошее, да? В тюрячке же долбят в задницу, да? О, давай, короче. Логическую я цепочку выставим. Явно мудрое решение. Нехорошее, да. Итак, Йован, я отправлю тебя в башню круга магов.
Да смилуется над твоей душой создатель. Все, он его, короче, в тюрячку. С сисками. Итак, всей сеткой на сиськи. Вернемся к собранию земель. Сетка на сиськи. А ты уверен, что под сеткой сиськи, а не тряпка? Заниматься договорами. Боюсь, когда начнется собрание земель, у тебя уже не будет такой возможности. Не хотелось бы давать вам время собраться с силами, но решать тебе. Я не хочу ехать. Так, что там? Дайте мне немного времени. Так, все, выступаем в Денерим прямо сейчас, потому что в названии стрима сказано то, что в Денериме мы будем. А из Денерима, в принципе, можно покататься DLC по делу. Вот зайдешь, выйдешь. Да, все, побывал одной этой самой Денериме, и нормально. Денерим, душа и сердце Ферелдена. Поставка. Это был город. Подожди, в него и до этого можно было скататься. Здесь появилась на свет Андрасты. Иметь его на своей стороне — большая удача. Я вообще в лагерь хотел зайти, потому что нужно с Морриком поговорить. Если мы одолеем Лагейна, вся страна пойдет за нами. Как бы. Созвав собрание земель, я нанес первый удар. Инициатива сейчас на нашей стороне. Ему ничего не остается, кроме как выступить против нас. Он я не пойму, от кого повествование ведется. Вопрос заключается в том, как скоро. От Эамона или от Лагейна? Лагейн, какая честь. Ну явно не от этой, не от нашей героини. Как же мог я не встретить лично человека? Ну, потому что, как минимум, странно было бы слышать старческий мужской голос. Это когда нашей стране угрожает мор. Теперь, когда Кайлан мертв, у Ферелдена должен быть король, который поведет нас в битву с порождениями тьмы. У Ферелдена уже есть могучий вождь, королева, а я командую ее войсками. Улево. То есть, да. Тут, получается, заправляет типа всем королев. Ну, типа, на самом деле, Логейн. Он не только войсками команд, поэтому его надо за жопу взять. Это. Если вспомнить Астагар, нам думается, надо подыскать полководца получше. Ну, как бы да. Если Ферелденом правит Анора, пусть тогда говорит сама за себя. Да. А это кто, Эамон? Еще один бродяжка, которого ты еще подобрал один по бродяжка. Я-то думал, ты нянчишься только с королевскими ублюдками, а не с помойными эльфами. Что ж, по крайней мере, ты произнес слово королевскими. Недурное начало. Я свидетель твоих преступлений при Астагале. Я Педрилия, серый страж. Ой, блядь. Так, я Педрилия, друг Алистера, твоего законного, но он не одобрит. Я свидетель твоих преступлений. Прикуси-ка язык. Это мой город. И возводить... А нельзя ему прямо сейчас его за это самое? Ни для кого. Палкой взад. Эамон, ходят разговоры, что после болезни ты стал немощен. Некоторые опасаются, что тебе уже не по плечу быть советником Ферелдена. Посланный тобой яд. Или тебя пугает, как это нужно собрать. Ну вот да, там, не короче, в Ульфинаш еще нужно будет зайти. Так же легко, как ты. Узнать кое-какие тайны. Долго же тебя не было при дворе, Эамон. Неужто ты не узнаешь Рэндона Хоу, Эрла Амарантайна и потом что-то еще сделал? И нынешний Эрл Данирима, так как и Уриен, к несчастью, пал при Астагаре. Регент проявил щедрость к тем, кто доказал свою верность. Это знакомый хер, но я его что-то не помню. Но выглядит знакомо. Многовато титулов для одного человека. Вижу, лизать сапоги нынче выгодно. Ну, да. Не перебивай, невежа, когда старшие разговаривают. Довольно, Котриен. Сейчас не время и не место. Я надеялся уговорить тебя сойти с этого опасного пути, Эамон. Народ в страхе, король мертв. А на земли наши наседает враг. Если мы хотим преодолеть этот кризис, мы должны быть едины. Подожди, а у нас же все пройдено, получается, эти гномы и все прочее. Неутомимо боролась на возрождение Ферелдена. Неужели ты хочешь погубить ее труды, стремясь во что бы то ни стало усесться на трон? Туда-сюда. Ты несешь раскол в этой стране и ослабляешь нас перед мором. Пошли до ДЛЦ. ДЛЦ, да, сейчас нужно тут еще сделать.
Надо в лагерь еще. Если можно еще выйти отсюда. Потому что если... Не, по-моему, можно будет. О, блин. А то все пропадет. На самом деле никаких DLC, вообще ничего. Если ты раскоролфил... Так, по чем они вообще? Стремясь во что бы то ни стало, усесться на трон... А, понятно. Как можно противостоять Мору, если ты объявил незаконно серых стражей, если ты и вправду хочешь спасти эту землю, присоединяйся к нам, и ты расколол Ферелден. Но... Кайлан понадеялся на умение серых стражей противостоять порождениям тьмы. И погляди, что из этого вышло. Хватит уже этих сказок. Пора заняться делом. Сказки нас не спасут. Нахуй. Я не могу простить того, отсюда, что ты совершил, Лагейн. Пора заняться Создатель делом. Создатель тебя может и простит, а я нет. Наш народ достоин короля Тейринского рода. Алистер поведет нас к говорит, победе вот над Мором. Алистер, а, вот он все, твой король. Короче, повинуйся и это самое. Император Орле тоже думал, что мне его не одолеть. Его я не пощадил и тебя не помилую. Даже и не надейся. Ради своей родины я готов на все. Ради своей родины, он говорит, готов. Все. Что ж, это было захватывающе. Не ждал, что Лагейн так скоро проявит себя. Так, что теперь будем делать? Зачем он это делает? Ты давно знаешь Лагейна. А что будем делать-то? Созвать собрание земель. Это лишь начало. Сначала за Каду идем. Теперь мы должны позаботиться о том, чтобы все лорды увидели двуличие Лагейна. Дело предстоит нелегкое. Но ведь мы только что прибыли. Тебе надо было бы отдохнуть после долгого пути. Нам в лагерь нужно. Как только устроишься и осмотришься, приходи в мою гостиную. Там мы сможем обсудить наши планы более подробно. К нему мы потом пойдем. Когда будешь готова поговорить о стратегии, поднимайся ко мне. Тогда подумаем, что говорить на собрании. Что да, нужно собрать армию. Новое задание. Интересно, а до этого я, блядь, чем занимался? Интересные, блядь, такие. Собрать армию, блядь. А это вот я что делал? Зря что ли ходил? Так, карты мира. А чё, всё? А, в данный момент. Я не могу пройти здесь именно сейчас. Короче, нужно на улицу выйти. Посад в поместье. Сейчас посмотрим, попробуем. Так, где он? Кого мы брали? Кто у нас? Морриган, Лилька, Алистер, да? Да. По такой схеме. Я вот сейчас прям очень опасаюсь, то что сейчас нихера это может стать недоступно. Хотя вроде бы все доступно. Так, отсюда мы можем выйти на карту мира. Да, все, локация открыта, отлично. Вот, все, DLC, короче, go в лагерь. Нужно поговорить с Морриган. Может быть. Я тут матушкин клян. А, вот она сама подошла. Не хочешь послушать, что я нашла? Кто хочет? Так. Это совсем не то, что я ожидала. Я рассчитывала на сборник тут, заклинаний. Тут, кстати... На карту сил, которыми можно сейчас повелевать. Сейчас она, в принципе, об этом но скажет. Но это все не то. Типа...
Флемет почему такая старая? Она выращивает дочерей, потом сосет это, кровь из них, ну, короче, жизни и все такое. Взбудоражена? Да, вот, пожалуй. И скажет, там иди, типа, убей ее. Такое, ну, и тут, знаешь, тут без разницы, хоть убивай, хоть не убивай. Там, если ты ее убьешь, она все равно воскреснет. В подробности, и, как, ну, не в этой части, а дальше веков. Уже. Вот, и как бы... Нахера с ней бодаться лишний раз, только время тратить. Если бы... Можно же с ней Флинт договориться. За свою долгую что-то, жизнь и что-то с этого заиметь. Дочерей. Хасинские легенды рассказывают о ведьмах диких земель. Но я никогда ни одной не встречала. Все гадала, почему. А теперь знаю. Это все была Флемет. Когда ее тело становилось старым и дряхлым, она выращивала дочь. И в нужный момент вселялась в ее тело. Куда? Я об этом, в принципе, вкратце только что сказал. Что? Выход только один. Просто расспрашивать Флемет нахер. Нельзя оставлять просто в живых. Просто что ты будешь делать? Да, я вот не он буду говорит, ебани Флемет, забери ждать, гримуар и все. Наполнит. Флемет надо убить. И в этом мне нужна твоя помощь. Убить Флемет, значит, тебе нужна моя помощь. Это не может подождать. Тогда тебе нужно будет вернуться в дикие земли Каркари и добраться до Флемет. Без меня. Если она умрет в моем присутствии, не факт, что она тут же не переметнется в меня. Так что мне придется остаться в лагере. Убей сейчас ее один как можно. Можно быстрее. Один можно сходить. Боюсь, правда, до конца одной. Она не умрет. Но, по крайней мере, не скоро найдет себе новое тело. Если вообще найдет. И еще мне нужен будет ее гримуар, чтобы защититься от ее посягательств в будущем. Все остальное, что найдешь в хижине, можешь взять себе. Спасибо. Как Герасим, на чем всю хуйню ты это самое. Чем скорее сделаешь, тем скорее у меня камень с души свалится. Сделаю, что смогу, погляжу, что смогу сделать. И, короче, давай, го сразу туда, прямо. А потом вернемся в лагерь. Да ёпта. Да, в принципе, я сниму это... Ну, хорошо. Питься не будем сейчас, так что и в одну бурятскую пчеловодскую харю можно туда отправиться. Сейчас главное, чтобы по дороге никто не цепился. Да, и... Оно, и это как раз и произошло. Замечательно. Конечно. И собаку не призвать-то, да? И это надолго. Берескарн. Персеркакам, блять, что? Это какие-то осквернёны? Я не помню, кстати, они вообще встречали, да? Да-то я чуть не помню. Блять, она так и верещит, что пиздец? Ай-я! Чё-то так тихо. Я вот у неё там в натуре. Сзади. Под край. Того самого. Красота какая, орёт ты. Ужас, да? Вообще. Это и написано, да? Это как... На превью к стриму, блядь. Красота какая. Короче... С DLC, что мы можем сделать? Не, ну сначала лагерь, потом, может быть, одно DLC какое-нибудь пройдем и, может быть, на этом все. Так, го, с Флемет. Значит, вернулась. Милашка Морриган. То, что жарко очень на улице и дома. Ну и как тебе пляшется? Без шляпы очень жарко еще сидеть и
футболке и в шортах. Вот. А еще снизу Родион под это самое. РХ-ушка. Жарить. Не, на самом деле, не знаю, давай сейчас посмотрим, сколько градусов. С учетом градусов 41. Ну, не жарит, в принципе. Ну ладно, все равно тепленько. Еще продув загораживает хромак. И, блин, все это. Я скоро сварюсь, мне кажется. Я к следующему стриму вентилятор вытащу. Наверное. Что-нибудь другое. А да кондиции его нет. Да, да, вот я думаю, где его достать. Покупать сейчас дорого. Надо было зимой об этом думать. Но к следующему году, может, тогда об этом подумаю, если не забуду зимой. Посмотрел этот моноблок кондиционер. Ну, сколько стоит? 1030, наверное? 40? 40. А? 40. Ну, во, я тебе говорю, сейчас цены, блин, лучше зимы дождаться, может, ну, хотя бы, может, за 25, там, что-то такое. Это фигня, которая не в стену ставится. Ну, вешается просто. Не, не вешается он. Ага. Это чисто странная фигня. Не, а нафиг он нужен, я это, чтобы себе он туда куда-нибудь наверх повесил его, и все. А ту хуйню там можешь передвигать. Ну, в принципе, тоже верно. Там только у нее гофра, ее надо в окно выкидывать. Чтобы теплый воздух. Ну, шланг это туда, за окно. Да, да. Не, а я такое хочу просто, чтобы повесил, чтобы он воздухом просто циркулировал, охлаждал и все. Да ну. А? Да ну, говорю. Не, ну нормальные такие, стандартные, они в принципе очень дорогие. Уставить. Установку еще. Какая установка? Вон, блядь, две эти какую дырки в стене сделал и повесил. А еще с улицы, да? Нет, который без этого, без забора, с улицы. И как он работает? Блядь, просто воздух сосет и охлаждает. Да и не работает, да не так. Работает, есть. Это просто вентилятор. Ну, блядь, не знаю. Вентилятор. Вот, но он работает. Ну, бывает, конечно, тебе кажется, что работает. Так, я пришла поговорить, а то мы что-то отвлеклись. Ну, тогда говори. От всего. Дальний путь ты ради этого проделала. Не могу же я отказать в такой любезности. Морриган хочет твоей смерти, наверное, по веской причине у тебя опять не так. Это правда, что ты собираешься отобрать у Морриган тело? О, вот это мне нравится. Тело? А, ладно. Эта история уже 100 лет в обед. Бы нет, да. Чего только время такого не наслушалось. Давай поставим вопрос ребром. Ты собираешься убить старуху-ведьму? Надо брать за жопу. Или у истории будет другой конец? Так, давай поставим вопрос ребром. Ты собираешься убить старуху-ведьму, как предложила Морриган? Или у истории будет другой конец? Что ты предлагаешь? Ты так или иначе заслужишь. Да насрать. Морриган нужна мне, у меня нет выбора. Мне нужна... Правда? Сила в правде, брат. Да? Правда, говорит она так, как будто это пустяк какой-то. Нет-нет. Ложь нет, там лучше. Как там? Лучше уют одеял. Сила в правде, американец. Да? У кого любовь, правда, тот и сильнее. Морриган нужен мой гримуар? На, забирай. Скажи, что убил меня. Пожалуй, можно. Что он говорит? Морриган нужен мой гримуар? Забирай, скажи, что убил меня. Ну, кстати, да, потому что тут, блядь, бесполезно с ней бодаться. Ну, можно, но нахера она, блядь, в следующих... в инквизиции она, блядь, воскреснет. То есть и... как бы особо никакого влияния нет. Так, да. Так гораздо проще. Согласен на всю хуйню. Ложь всегда интереснее. Книга в хижине. Там записи, заклинания, все что угодно, чтобы осчастливить Морриган. А мы с тобой больше не встретимся. Уж это...
я гарантирую. Богомерской инквизиции, кстати. Я пытался в нее вчера в ночи поиграть, пройти, ну, потому что, чтобы прям по... Мне нужно ее пройти, чтобы составить полную картину для себя. Вот. Чтобы потом был по ней один стрим. Как это было с этой, как... С Assassin's Creed Odyssey. Вот. Поэтому я потихоньку прохожу Инквизицию, попутно на стриме Origins. Потом будет Awakening, потом будет второй, и потом один стрим Инквизиции, где я, блядь, все скажу, что я думаю по этому поводу. Что, уже передумала? Быстро, быстро. Что передумала? Тот гримуар нужен мне... А нахрена? Вот зачем тут выбор? Гримуар нужен мне самой. Ты, блядь, разбойник. Ты не маг. Что ты там буквы будешь знакомые искать, блядь? Уфы чёрта. Хватай всё. А там разберемся. Да. Тогда оставь уже пожилую женщину. Не-не-не, нам нужно ее Морриган отдать, чтобы банально, блядь, чтобы она сделала ритуар. Ритуал. Чтобы Морриган сделала ритуал, чтобы это самое... чтобы наша бурятская пчеловодиха хотя бы это самое выжила, блядь, после главной битвы. Так, а где... А, вон, костер с Морриган. Так, где-то в той стороне. А я там уровень, кажется, повысить можно. Так, я жду твоей команды. Я бы хотел... Подожди. Стоп. Это не так работает. Это работает через этот... Через инвентарь это работает. Я уж забыл, блядь, совсем. Так, где этот гримуар? Он, кажется, в подарках находится. Не, конечно, можно его прочитать. Нет, оно не сможет его прочитать. Можно посмотреть. А, можно изучить. Нет, так, гримуар флемит. Отдать Морриган. Я думаю, что ты намеревался себе его оставить. Все равно. Я рада, что решил ты по-другому. Я счастлива, что она все же удалось его найти. Благодарю тебя. Жуть. Что мне его так принес. Блять, сука, ну дубляж. Сейчас изучать его начну и силу извлеку, что в нем сокрыто. Так, будет смотреть то, что в нем сокрыто. Это все очень хорошо и замечательно. Давай, наверное... Забавно. Даже не знаю, как еще это... Скорее всего, она уже изучила. Да, есть немного. Смущенный вид спросил. Мне вспомнилась почему? Первая наша встреча в Диких Землях. Я тогда была в животной личине и следила за вами какое-то время. Любопытно было увидеть изумительную женщину, куда более способную, чем ее спутники. И все же я злилась, когда Флемит отправила меня с вами. Я полагала, что ты, в лучшем случае, выгонишь меня из отряда. Едва лишь мы покинем Дикие Земли. Зачем бы мне было это делать так? Ну мне нужен бумаг. И Флемит это знала. Сейчас, но если она подарит кольцо, это будет эпично. Худшему. Мне известно, что у меня плохо получается дружить. Типа, да. Не, ну, мужику, стражу, она как бы это, выдает кольцо, но типа ты когда ты с ней роман крутишь. А тут я не знаю, что будет. Когда же я раскрыла планы Флемит, ты меня не бросила? Каковы бы ни были твои мотивы, ты ввязалась в страшную битву. И даже без надежды на награду. Я же твой друг, Морриган. Я сделала так, потому что ты была мне нужна, только...
Ничего личного, только бизнес. Ну ладно, мы с ней подружились же вроде. Я абсолютно не понимаю, чего я только себе не представляю. Или нет, когда Флемит отправила меня с тобой. Но и помыслить не могла, что ты станешь мне подругой. Даже все равно, что сестрой. Я хочу, чтобы ты знала. Подружание. Может быть, я не всегда была и буду достойна твоей дружбы. Но я всегда буду ее ценить. Ладно, хватит болтать. Зачем? У нас не, слушай, кольцо не дала. Не-не-не. Ничего не дала. Что делать мне теперь? Что делать ей теперь? А, ничего. Так. А, короче, нужно уровень повысить, я так думаю. А, способность. Дуэлянт, странник, убийца. Я хер его знает. Я зачем-то это пока не сделал. Пока не выбрал. Не знаю почему. Видимо, выберу потом. Ну, потом то же самое, да. Да, потому что дальше может быть что-то... Что-то еще должно открыться после DLC, наверное. Так, что, го подарки пораздаем? Там минус 10 у кого-то. Что там минус процентов? 10 у кого-то? Да у кого-то было. Так, не, подожди. Морриган соточка, дружелюбие. Лилька 86. Алистер минус 24. Надо с ним дружиться. Надо его на трон ставить придется. Бля. Не, на трон он будет это отпираться. Стенд хорошо, все. Огрин хорошо. Зеврович хорошо. Винище хорошо. То есть один это, Алистер, короче, все это самое у него. Не очень здорово. А что можно ему подарить-то? А, не знаю. Шарф. Оно не дарится? Не, не дарится, нихера не шарф. Мешочек с конечностями, может кому-нибудь это самое подарить, блядь. Склянку с кровью дракона. Так, есть, короче, символ Андраста, маленький серебряный слиток, золотой кулон демона, вот Морриган, наверное, медовуха по хасинской, из хасинской сумки, это подойдет, скорее всего, Огрину, а больше и нету нихера. А нельзя его использовать? Отсюда дракон не услышит звук рога. То есть, нужно, можно на вершине дракона призвать и потом его за это, за хвост, что подержать. Вот. Так, что делаем? Что делаем? Надо поговорить со всеми, наверное. Надо с Лилькой того самого. С Лилькой залезбушиться? Так, короче, что мы имеем? Мы имеем следующее. Что-то можно положить, наверное, в ящик с припасами для армии. Отдать драгоценные камни для гномов. Отдать все малахиты. Так, что они скажут? Ты хороший командир, Страж. Хороший командир, Страж, отлично. Отдать монеты рыцарям. Ах, нихера себе. Еще монеты отдать. Дать 50 золотых. У меня столько нету, блять. У меня там 20, я не знаю. Короче, 10 золотых, 2 золотых и 50. Давай я 2 дам, и все на этом. На этом с них хватит. Весьма щедро. Хорошо, хоть... Если тебе после битвы понадобятся слуги, имей нас в виду. В смысле весьма щедро? Я 2 золотых дал, говорит, весьма щедро. У меня всего 20, блядь, куда? Мисс Кузя. Хорошо, хоть это... Какого? Кто? Бульфа? А, Бульфа. Эмиссар Бульфа. Хорошо, хоть оборотням не нужно ничего. К ним подходишь, вам что-нибудь нужно? Не, у нас есть это, усы, лапы, хвост, и как бы нам нормально. А больше и не надо, да? Да, больше и не надо.
Так, что там Угрен? Ха, мало что поменялось. Ты вообще в женщинах это про бабу, блядь, точно, еще же были это... Их надо на озере помариновать. Этим... Крутым надо быть. Ну, отдохну пока можно. Пойдем? Ты вообще в женщинах, говорит, не разбираешься. Да, да. Помариновать. Охуенный дубляж. Что у тебя на уме? Кавычка. Так. Никакого беспокойства. Ебать, там сыр лежит. Где? А, да, сыр так сыр. Угловатый. Ты видела прах Андрасте. Ты видела прах Андрасте. Это же величайшая из святынь мира. Останки избранной создателя. А, нет, это в Инквизиции. Ты типа завистника Андрасте играешь, хотя там вообще, сука, нихуя непонятно. Он, бля, в каком-то говне игра начинается, какая-то хуйня происходит. Он из какого-то говна там встает, блядь. Все, и ты, короче, выбираешь его, это, как его, внешность, потом его тут же арестовывают, там тащат куда-то в это самое, в тюрячку, и, блядь, короче, вообще пиздец полный. Но это ладно, до Инквизиции мы доберемся еще потом. Я надеюсь, в этом году. Так, вы видели... Так, короче, что она хочет знать? Это же величайшая святыня мира, останки избранной Анда... Ну, так себе, конечно. Это все равно прах женщины. Если бы не потревожило их, если бы не надо было спасти... Я понимаю. Но что? Использовать что ее как лекарство, по-моему, почти святотатство. И отдает сумасшествие. Не знаю, достойна ли я взглянуть на нее. Да, конечно. Но все равно Андрасте это сражалась то, что за внушает всех. Благоговейный страх. И вот это вот все. А, Лилиан одобряет. Так, не бери в голову. Так, короче, с кем тут совсем... О, давай с Теном. Ты звала? Нет, не звал. Как скажешь. А, Алистро? Алистер, да, сейчас. Чё что надо? Тебе нужно? Да, да. А, Архидемон. Да? Снился. Мне тоже. И под конец сна у меня появилось чувство, что он нас видит. Знает, что мы есть. Ну, ты меня понимаешь. Быть может, и это мое воображение разыгралось. А ты как думаешь? Хац. А разве мы еще не предельно осторожны? Или теперь мы должны стать запредельно осторожными? Отлично. Да, предельно осторожными. А я таким будет, удовольствием поспал немного. Ясно одно, что дело очень серьезно. Там собак лает. Пришел Мор. Короче, с ним до конца игры как-то нужно поладить. Ой, Зевран. Что говоришь-то? Так, нет, Зеврана, чем ничего там интересного нет. Так, о, Собакин. Анус. Приласкать, Анус. Блять, я уж забыл, как его зовут-то. Охуенно же. Так, а с этими можно что поговорить? По этих гоблина? Ты и твои Богдан? Друзья грозные ребята. Хорошо иметь таких нет, попутчиков. Нет. Так, что делаем? Перекур, удачи, наверное, тебе, да? Удачи твоим соратникам. До свидания. Понимай, как хочешь. Понимай, как хочешь. Понимай, как... за. Так, а что, сгореть-то можно? На работе, блядь. Блядь, ты как тебе... А, Вова. Я хотел прям на нее как-то камеру... Вести. О, смотри, красота-то какая, да? И... О. Отлично. Она еще в разные стороны смотрит. Взглядом в никуда, блять, просто аутист, взгляд аутист.
Так что не все потеряно, Максим. Еще частично задачи из этого справились. Так, короче, что, го перекур? Давай. Вот, разбегаемся на 3 минуты и через 3 минуты сбегаемся. И еще, наверное, еще часик примерно, плюс-минус, может быть, минут 40, я не знаю, сейчас какой-нибудь это... Начнем какой-нибудь DLC. Потому что вот Денерим я очень все не хочу начинать, потому что там надолго это, если все начинать, там я потом все забуду, это очень рвано получится, рваное повествование и все прочее. Поэтому перекур и начинаем какой-нибудь DLC. Да сюда. Thank you.
Сбежались. Я, кажется, это забыл штуку перекурную повесить. Или не стал. Одно из двух, в принципе. Так. Пойдем, короче, на DLC какой-нибудь. Так, а где выход в этом всем? Куда идти? Да. А какой уровень вообще? Зачем? Подожди. Какой уровень? 14-й. А это мало. Ну, к концу игры там должен быть 50. Ну или я не знаю, я не помню, сколько тут уровней вообще всего. Так, нам нужно с Алистером контактировать как-то. Хотя можно вообще эту. Из женщин гоп-компанию какую-нибудь собрать. Так, короче, земли на Лорена. Не помню, что это за DLC. Сейчас увидим. Лоренцо. Присмотреться к невооруженному человеку. Смотреться к страже. Ринуться в бой. Ну а чё, давай. А ну его в любом случае рубанут, как бы. Тут особо без вариантов. Но он там умирающий что-то скажет. Блять, мне вот эти вот комментарии вообще умиляют. Да, похоже, без насилия не обойтись, хотя его там со всех сторон лупят просто. Невероятно, читайте. Красота какая! Здорово. С этим сам, с возвращением. Я уже на одну DLC пошел. Я не. Какого-то мужика зарубили просто. Вот, ну и с ним поговорить можно. Под слоем грязи и не просто посмотреть на него можно. Под слоем грязи. А вроде бы, если присмотреться к нему, ну или подождать, что. Не, если подождать, там в любом случае его, по-моему, зарубят. Короче, не помню. Еще раз? А? Еще раз зарубят. Не-не-не-не, он тут это... А, во! Смотри, он очнулся. Блядь, это читать я надо было. Я думал, что стража банна так скоро заметит. Я думал, это просто статичное. Пытался скрыться в лесу, но не успел. А теперь мне пришел конец. Так, я хотела помочь, не успел. Что ты имеешь в виду? Вы были при Астагаре. Как все там обернулось? Ой. У меня Саша, был выбор невелик. Репост, или помереть, спасибо. Как сейчас. Опаздываешь, стрим близится к концу. Тьмы. Или стремительно. Оказаться на виселице, как дезертир. Буквально, наверное, еще полчаса. А, так, вы были при Астагаре, вы знаете, как там все обернулось? У меня был выбор невелик. Или помереть, как сейчас, или быть съеденным порождением тьмы. Или оказаться на виселице, как дезертир. Как ты бежал с поем... Да, я его не видел, по-моему. Я его не помню. Полагаю, и о нас с тобой многие думают то же самое. Если не хуже. Не молодой человек, о чем, да? Тут я, блядь, встречаются какие-то... Я их не помню. И Хайлан тоже погиб. Вообще. Он был мне не только король, но и друг. Максим, сколько
лет прохождения продолжается уже прохождение Драконьей Кости. Год, наверное, ночью, да? Два, три? Я вообще не в курсе. Короче, за все эти годы я забыл напрочь персонажей, как, которые встречались, которые не встречались, как, которых пытались за жопу пощупать или не очень, не помню. Создатель! Все то время, что я просидел в темнице Баннелло... Чё-то не помню. Но это DLC, ну, в принципе, ладно, пускай будет так. Ты только и думал о том, что выпало на их долю той черной ночью при Астагаре. Так, по крайней мере, они недолго страдали. Я не могу торчать тут целый день, слушать твое нытье. Ну, кстати, да. Целый день? Щедро сказано. Я и часа продержаться не надеюсь. Но, может быть, вы не пожалеете, что потратили на меня свое время. Коль скоро в последний час рядом со мной оказались именно вы, значит, не все было напрасно. Я вообще не понимаю, о чем он говорит. Король доверил мне ключ от своего оружейного сундука. И велел, если что-то случится с ним, отдать ключ стражу. Он нам ключ какой-то от сейфа. Сука, опять сейфы, да? Блять, они меня преследуют абсолютно везде. Создатель не лишен чувства юмора, верно? Оно и к лучшему. Сохрани я ключ, он был бы сейчас в руках Бана Лорена. И почему меня это не удивляет? Может, нам стоит спасти из объятий смерти кого-то другого? Мне было страшно. Я боялся, что потеряю его на поле боя, так что спрятал его в лагере. Он, наверное, и до сих пор там. Ну нет, в лагерь где-то это ключ спрятал. Ключ где? За вынимающимся камнем в основании одной статуи. Я нарисую вам карту, чтобы вы знали, где искать. Ты же возьмешь меня с собой, правда? И Вин, наверное, тоже? Считай меня сентиментальным, но там осталась пара порождений тьмы, которым не мешало бы задать перца. Очень важно, чтобы королевские документы не попали в чужие руки. Что до Мерикова меча, это слишком могучее оружие, чтобы бросать его на потеху тварям. То же касается прочего королевского оружия и доспехов. А, и королевские доспехи. Если вам случится обнаружить тело Кайлана, похороните его как должно. Он был нашим королем. Нельзя бросить его смертный прах среди смрадных тварей. О, это тоже надолго. Короче, говорил, бодро говорил и помер. Нормально, да? DLC «Возвращение в Астагар» называется, да, точно. Там, короче, доспехи... Блять, это не важно, я не хочу. Пошли в другое место. Там долго. Это все будет тянуться в Астагаре. Го, короче, этого заимеем. Голема себе в отряд. Это там, в принципе, особо долго. Я думаю, за полчаса как раз. Ты уж прости, что я немного нервничаю. В эти края так редко забредают путники. Конечно, это мои трудности. Одна из моих трудностей. Вроде бы. Мул испугался блуждающего огонька и убежал в чащу. Или пойдем в Денрим. Ну, что лучше, да, что-нибудь в Денриме поделаем. Там есть чем заняться. Давай чего-нибудь поделаем. Да, чего-нибудь. Конечно. Жду, когда мой помощник разыщет этого распроклятого мула. И мерзну. А, ты верно хочешь узнать, почему я здесь. Тут основную часть времени вот эти вот попизделки занимают, как бы. Позволь представить. Вот, ну и вот эти побегушки, вот, блядь, по всем этим таковым и прочим. Вот я прям сейчас начал вспоминать люто. Вот. В Астагаре там слишком долго будет собирать все эти доспехи. Сейчас потом я вспомнил, там по канализациям, чтобы добраться до флейта этого голема, там тоже очень долго придется потом с демоном сражаться. Поэтому, короче, сейчас пойдем в Денрим, там что-нибудь сделаем и закончим на этом сейчас, ну как раз там. Ты захочешь помочь проезжему бедняге. Через 25. Нет, но... Может, сделаешь исключение? Всего разок. Худшая из всех моих неудач. Вот этот артефакт. Я от него пытаюсь отделаться, а он говорит, ну помоги мне. Ну вот тебе артефакт. Для голема.
Мне смысла нет оставлять себе эту штуку, потому что я никогда ею не воспользуюсь. Но может тебе. А там еще DLC будет голем и Арам Замзана этого, или как там, бля, помню. Ну и славно. Ты найдешь голема в деревне под названием Хон. Просто без расспросов. Давай сюда, жезл. Вот. Он говорит, ну ладно. Голем находится там, блядь. Я слыхал, что там может быть опасно, потому что вокруг рыщут порождения тьмы. Но могу поспорить, для такой, как ты, это не проблема. Просто подними жезл и скажи «Дулевгар». Это пробудит очень голема, интересно. Так мне сказали. Дулевгар, надеюсь, говорит, скажи, я сработает. Забуду к следующему стриму, что... Максим, запиши где-нибудь на бумажке Дулевгар. Что это? Что это? Тогда удачи тебе. И это а заклинание. Типа Халай-Махалай. Там это... Ихту-барахту, или как оно там, блядь, работает. Короче, все, DLC открыли. Go в Денерим обратно. И сегодня туда-сюда прям. Я сегодня туда-сюда, да. За полтора часа мы успели многое. Он там сверху. Я планировал, конечно, сегодня чуть побольше, но слишком жарко. Я прям везде печет, везде душно. Хромак еще отгораживает меня от воздуха, от окна. Еще футболка. Если я сниму футболку, за сиськи Яндекс не пропустит нас в ленту. Вот, а YouTube лишит монетизации этот стрим. А Twitch забанит. Да, Twitch забанит. Поэтому. Ладно, хоть трусы надели. Да. хоть и это я сделал. А то тебе ТикТок сказал, нельзя членом махать в камеру. Блять. А, так, что можно сделать в Денериме? Тут вообще квесты есть, но мне они не очень интересны. Как ты думаешь, что станет со всеми теми людьми, кто сюда? Что? Зачем пришли тогда? Я хочу глянуть. Вот, в Денериме. Доспехи из чешуи змея. Науки призыва. Мор, собрание земель. Короче, подготовиться к собранию земель. Вы прибыли в Денерим на собрание земель. Эрл Эамон хочет собрать аристократов, чтобы выбрать нового короля, который объединит Ферлден в борьбе с Мором. Однако Лагейн по-прежнему остается для вас бельмом на глазу, и прежде чем открыто выступить против него, надо многое сделать. Обо всех своих новых достижениях сообщайте Эрлу Эамону. Обычно он проводит время в гостиной на верхнем этаже своего особняка. Короче, тут особо-то и не важно. Многие умрут. Что он там делает? Нужно в Ульфинаш пробраться, но по... Я имею в виду, чтоб еще кому-то помочь. Если Мор не остановить, по сюжету, по-моему, это будет чуть дальше. По-моему, сейчас нельзя это сделать. Или как раз и сейчас уже и можно сделать. Не знаю, давай посмотрим. Новый Эрл Денерима приказал. А, да, пока еще нельзя туда. Пускать. Там, короче, какими-то окольными путями, по-моему, добраться будет. Но ведь я сама из Эльфина. Лучше об этом вслух не говорить. Твоих сородичей нынче не слишком. Да, кстати, любят. Мы забыли про то, что убили это сына эльфика. Эрла. Поскольку все Уриены вымерли, регент назначил новым Эрлом Денерима Рэндона Холмса. Покуда все Уриены, а? Первым делом что? Велел вычистить Эльфинаж. Там Борис, говорю, приветствую. А, Борис, а Борис, здравствуй. Порядок, да не, какой, там еще стрима на три... А что, нельзя войти-то? Как пожелаешь. Эльфинаж закрыт. Ты не можешь пройти здесь. Именно сейчас, да, не могу. Вот и да, именно сейчас. А, вот, знаешь, что можно? Можно к этому пока сходить брату Женитиве. Но стрим стремительно, стрим стремительный стрим подходит к своему логическому завершению. Так что сейчас мы минут через 20 будем заканчивать уже.
Вот. Жарко, 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 очень жарко. Несомненно, вот. Я вижу. А, в воскресенье сделаем 2.7.9, я так думаю. И в среду Last of Bikers. Я писал святым отцам о твоих приключениях. Они хотят, чтобы я возглавил экспедицию. Нет, через день лютого. Что скажешь? Значит, в среду. Я в восторге. YouTube не вынесет такого количества качественного контента, если через день мы будем публиковать всякое. Отличное, ну, а что он сказал, я все это возможным. Прочитал. Я вряд ли смогу достойно отблагодарить тебя, но хотя бы попытаюсь. В восторге. Возьми в награду за твои подвиги. В восторге. Ты говоришь, что щупала урну. Это принесет куда больше пользы, чем если останется пылиться у меня. Что-то он дал. Пощупай тебя. Пощупал меня. Я так обрадовался, узнав, старый извращенец. Это настоящее чудо. А теперь, надеюсь, ты простишь. Блин, вот меня. Я не помню, как в Эльфинаж попал, но там, похоже, по сюжету там он откроется поближе. Что-то он мне какой-то предмет дал. Да, да, даже смотреть не хочу. Опять какую-то херню, да? Этот щит абсолютно ненужный. Дал этот какую-то херню, небось, тоже. Магазин Вейда. О, можно к Вейду еще наведаться. А вот тут сестра Листера живет, но он пока о ней не поведал еще. Вот, у Вейда можно как раз заказать этот доспех из шкуры с поджупа дракона. В Денериме, а может, и во всем Ферелдене. Чем мы можем помочь? Давайте посмотрим, что у вас есть. Вейд может что-нибудь сделать из чешуи змея. Нет, он не может. Я не ослышался. Ты... Женщина, ты... У тебя есть драконья чешуя? Смотри, ну не трогай. Возможно, сделать доспехи из чешуи змея. Конечно, могу. Ну, так, думаю, можно вернуться... Ну, не сегодня уже, но вообще можно вернуться... Смотри-ка, Херин, на гору? Ну, туда. И дракон летает. Этот самый... призвать его, накрутить хвост ему, и это самое. И сделать из него какой-нибудь прикольный доспех. О, с ней такое можно сделать. Правда, не торопись. Дракона. И вообще не обязательно с ней возвращаться. Так, а что у них есть? Конечно. Может быть... ну это доспехи, доспехи... Тяжелолатный доспех, тяжелый... Короче, чё, задание обновлено? Типа, добыть чешую змея, чтобы сделать из нее доспехи. В смысле, я же дал уже чешую змея. Он говорит, мало. Мало? Да пошел он в жопу. Чешуя. Мало ему, блядь. Так, что можно еще сделать? О! Поместье... О! Знаешь что? Можно в жемчужину сходить. Зачем? А там есть бордель. Ну, вернее, он и есть бордель, жемчужина. Можно развлечься. Женщинам туда вход только на работу. Ну, мы сейчас посмотрим, каким может залесбушничать можно будет. На твоем месте я была бы... во, этот, как он. Главарь антиваленских воронов пришел за Зевраном. Ну, у нас Зевран? Вроде с ним отношения хорошие же, да? С тобой. Какая с этим. Досада. Зевой. Ты знаешь, кто это? Это эльф этот, педераст, который. Я точно знаю, что он странствует вместе с тобой. Вот и я, Талис. Вот он, скажи, пришел. Тебя послали сюда? Или ты вызвался добровольно? Ого, он еще что-то из себя строит. Ну, конечно, я сам вызвался. Когда я узнал, что великий Зевран сделался бродягой, то захотел своими глазами на это посмотреть. Правда? Ну так смотри же, вот он я. Зевраныч. Ты можешь вернуться со мной.
Я знаю, почему ты так поступил, и не виню тебя. Еще не поздно вернуться. Идем со мной, и мы что-нибудь придумаем. Мы все ошибаемся. Деврану больше не нужны вороны. Что ж, если тебя так лучше, я убью вас всех, блять. Да? А жизнь Деврану нужна? Талисон, думаю, я и сам справлюсь. Прости, старый друг, но я отвечаю нет. А, ну вот, да, значит, у нас с ним хорошие отношения. Если они херовые, как бы, ну, совсем. Действительно. Конечно. Вот, то он скажет это, типа, извини, женщина, но я пойду обратно к этим воронам. Он пригодится, что нам нужно как-то можно больше зиклатов, в смысле, боевых товарищей. Еще желательно бы армию как-нибудь поснабжать, но денег вообще нет, голды никакой абсолютно, там 20 каких-то сраных монет, на которые вообще особо ничего не сделают. Говорит, ну экшен. Можно эти пока ловушки попенетрировать. Опыт по это самое. Опыт от нас не уйдет. Да чего же я этого не люблю? Сохрани нас, создатель, прочь! Убийца! 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 Клан. Они что-то слутать, наверное, можно с них. Может, монетки я из них? О, с них это, как его, серебро и прочее. Надо золото, золото. Золото они, к сожалению, с собой почему-то не носят. Где достать золото вообще в этой игре? Нигде. Оно, ну оно как бы копится же. Тут смотри, Вот блядь. И все. Там, короче, смотри, какая херня. Эти... Бронза в это как конвертируется в серебро, то есть 100 там этих бронзовых монет это одна серебряная, то есть соответственно 100 серебряных монет это одна золотая монета, понимаешь? Нет. Внезапно возникает, да, откуда-то. Намекаешь, что сама так, можешь донести. Борис пишет, меня сейчас наебали в Стиме, я хотел купить Hitman 2, у меня, оказывается, она была в библиотеке, я скачал, оказалось, что это Hitman 2 стартер пак, в ней одна миссия доступна, блядь, обратно. Ну, да, ее там когда-то бесплатно, по-моему, давали, это первую самую миссию. Эту. Вот. Но ты, тебе, у тебя, по-моему, за нее денег не возьмут, там как раз, ну, не миссию, там эпизод, по-моему, первый давали. И тебя, по-моему, как если будешь покупать, по-моему, как раз за этот эпизод тебя денег не возьмут. Она там чуточку дешевле получится. Вот, но это, по крайней мере, так работало с Walking Dead, это так с Life is Strange работало. Ну, вообще, по идее, и с Hitman тоже так же должно работать. Очень интересно. Игры так продавать. Было очень приятно в вашем обществе. Но теперь я думаю, не пора ли мне уйти? По эпизодам, по сезонам. Это ведь тоже будет практичный поступок, а? Меня ждет свобода, которой я никогда не знал. Но думаю, что решать все же надо тебе. Так ты меня отпустишь? Так, нам нужно, чтобы он остался. Ладно. Очень уж убедительный аргумент. Нам нужно больше воинов. Можно подумать, ты знаешь способ, как регулярно находить клады. Лучше вернемся к насущным делам, ведь у нас их сущая прорва, верно? Да, мы идем в бордель с Блэк Джеком и этим самым. Так, отсюда можно? Нет, отсюда на карту мира потом нельзя. Не понимаю, зачем надо было для этого строить отдельное место? Мне вот за...
Так, где тут женщина, с которой можно... Добро пожаловать в жемчужину. Саня. Я Самга, владелица этого заведения. Садись, устраивайся поудобнее и рассказывай, что тебе нужно. Вот где все, Саня. Кто у меня работает, Саня, весьма искусны в своем деле. Опять сеткой. И не верь тому, кто скажет, да, что это... Да тряпка там, а не сиск. Наши там все закрыто вроде бы. Чтобы или не прорисовано. Это клёпка на тесте. Впрочем, это мы можем обсудить чуточку попозже. Буллинг не на 100% пройден. Блин, будем считать то, что на 100. Потому что всё, к нему я больше не буду возвращаться. Миссия с велосипедом пройдена, с велосипедами. То есть, что там, труд пройден, гараж заимели. Что еще там было? Скутер утопили, нашли, выкупили, утопили. Все нормально, все, 100%, блин. Все отлично. Так, Саня спрашивает, так, кого же тебе показать, мужчин или женщин, или предпочитаешь сразу и тех, и других? Вот, и тех, и других. И тех, и других будем предпочитать? Конечно. Давай. Давай, и тех. Чё ограничиваешь? Подожди минутку. Несите всех, блядь. А теперь, прежде чем ты кого-нибудь выберешь, это сетка. Позволь мне напомнить тебе правила гильдии. А чё они такие страшные? Видишь вон тех симпатичных господ у двери? Ну, это Саней ничего такая была. Ну, а я не знаю, её можно запенетрировать? Деньги вперёд. 40 серебряков. А, 40 серебряков, нормально. Мне уже надоело сбрасывать солдат с причала за то, что они вроде как забыли взять с собой деньги. У нас тут зал ремесла, а не богадельня. Ну что, будешь знакомиться? Хоть посмотреть. Я плачу 20. Плати 30, и мы договорились. Блять. Ладно, давай 30. Тогда иди выбирай. Кого выбирай? Кто тут... Самый это симпатичный, а можно с ней? Блять, как приблизить-то? Подожди, может так? Блять, страшная сука. О, давай вот эту возьмем. Пойдем со мной. Ну вот самый с краю или рыжую. Ты хороша. А где страстный стон в скобочках? О май. Все. Вот. Тема сосков раскрыта, по крайней мере, немножко у нашей бурятской женщины, да? О май. Да. А чё, все что ли? Какой сегодня эротичный стрим? Эротичность, да. Под конец прибавилось эротичности. И в начале тоже было. Да, да. С этим, с прахом Андрасти. О, эльфийский корень. О. Бля, единственный херово магов запиздили. Они бы пригодились. А вместо них у нас ни хера нет, да? Ну, хорошо. А, не, или храмовников дали. Зачем они нужны-то? Храмовники эти ваши самые. Храмовники. Чё там? Days Gone недоступно на Windows 10? А я не знаю. А с чего это? Почему? Она вроде как раз на десятке должна хорошо работать. У меня-то семерка, ну и как видишь, она на семерке тоже работает. Ну, единственное. Странно, что работает на семерке. Да, странно то, что работает, но она работает. Но единственное, говорю, я ее просто там эти подгрузы в стриме были, потому что я не на тот хард ее поставил на 5400, а не на 7200, а еще лучше на SSD-шник бы ее закинуть. Я не знаю, если место освобожу, закину на SSD-шник к следующему стриму. Поэтому Last of... Называю его правильно, это не Days Gone, это Last of Bikers. Вот. Это единственное верное и единственное правильное название этой игры. Так, что я тут ищу? А, во, изобилие. Глядите, кто к нам явился.
Пришел извиниться за то, что отнял у меня мужа, а потом бесследно исчез? Ты же знаешь, Изабелла, что это была просто работа, которая, кстати, пошла тебе на пользу. Ты ведь, как если эти байкеры у кого-то на десятки не работают, ну я не знаю, скорее всего, может быть, проблема в дровах, ну или проблема с железом. Слушается меня куда лучше, чем его. Так, что от меня находит Хумба? Пожалуй, я всего недолюбливала жирного ублюдка, да и Сирена слушается меня куда лучше, чем его. Если уж мы с Зевраном захотим наверстать упущенное, я не понимаю, что она от меня хочет, эту женщину. На рынке. Ну что, Зев? Давай может, с собой здесь заберем ее. И в самом деле, а ее нельзя, по-моему, завербовать. Королева Восточных морей и первая Изабелла, подожди, она же будет во второй части. Тебя, моя дорогая Изабелла, но она там по-другому вне выглядит. Всяких сомнений позабавит, что я путешествую в компании Серого Стража. Этого Зевраныча, если его здесь не убить, он в Инквизиции будет, да, я его встречал там. Может, она чему-нибудь научить так может? Ты видел эту маленькую драму? Эти несчастные болваны мне и в подметки не годятся. Они слишком неуклюжи и предсказуемы. Меня выручают в бою не силы и натиск, а ум и проворство. Я зову себя дуэлянткой, потому что свое мастерство... Так у меня же есть такая специальность дуэлянка. Да. Я не знаю, давай, может быть, это... Моем пути. И об этом меня просит гроза порождения тьмы? Польщина, дорогуша, что тебе так охота у меня поучиться. Чтобы достичь в этом деле подлинного мастерства, нужно потратить на учебу многие годы. Впрочем, я могу научить тебя основным приемам. Однако же я хочу получше узнать свою будущую ученицу. Борис, дождись, пока на сайте на нашем она появится. Вот я надеюсь... Она появится в какие-то ближайшие годы, в смысле дни. Вот. Там она будет 100% проверенная. Вот. На разных операционных системах и будет работать. Вот. Может быть, в течение дней нескольких она там появится. Вот. Там же еще патч для Киберпанка вышел. Так что да, там скорее всего все... Все скопом появится, и пропатченный Киберпанк, и Days Go, ну, Last of Biker, в смысле, и прочее. То вот. Тебе когда-нибудь доводилось играть в Порочную Благодать? Порочную Благодать хочет это сыграть со мной. А вот достичь в ней подлинного мастерства куда как трудно. Здесь за ходами противника надо следить так же внимательно, как за своими собственными. Прежде чем мы начнем, надо перетасовать карты. Это сделать мне или ты хочешь сама? Пускай она тасует. Вот, этого вполне достаточно. Каждый игрок начинает с 5 картами. И пусть победит самый умный. Змея, обвившая кинжал. Как я ждала эту карту. Ловкость. Попытаться схватить руку Изабеллы, когда она достает карту. Но-но, руки не распускай. И не удалось, неудача. Ха! Ангел смерти. Игра окончена. Мы должны открыть свои карты. 2 змеи, песня. Неплохо. А вот остальные твои на карты вашем никуда сайте не это годятся. На каком? У меня 3 ангела. А, он есть. Вера а? И что? Милости. Какой и сайт? Он есть я в это, ссылкой под видео там и с этим. Я в выигрыше. Неужели с этой щелкалкой такой. По силе игрока. Как это? Камера-мотор. Либо streamcube.ru, либо serpgame.ru. На serpgame есть ссылки на streamcube. Там, собственно, из меню все равно можно попасть на стримкуб. Вот. Да. Там игры и собраны. Ну, по крайней мере, по мере выхода собираем, ну, как бы стараемся добавлять туда торренты проверенные. Вот, с рутера, естественно.
Вот. И собраны в удобном плеере, собраны прохождения, обзоры и прочее. Но вот, что касательно прохождения, там все очень удобненько. Наш плеер, собственно, на странице прохождения висит наш плеер. Там написан прогресс, сколько из скольки стримов, описание игры, плейлист, собственно, в самом плеере по порядочку. Все очень удобненько, можно щелкнуть, посмотреть. Так вот. Так, давай еще да сыграем. Да ты азартная? Хорошо, сыграем еще раз. Прежде чем мы начнем, надо перетасовать карты. Это сделать мне или ты хочешь... Так, я буду тасовать карты. Вперед. А что не показывают? Ну что, закончила? Каждый игрок начинает с 5 картами. И пусть победит самый умный. Кажется, карты сегодня ко мне благосклонны. Я не знаю, не, если ты по-русски даже, по-моему, наберешь в это какого в поиске, в любом стримкуб, он тебе выдаст. О, поймал. На мухлеже. Вывалились. Ну и шустра же ты, я восхищение. Пиксельные карты вывалились, да? Пиздец. Ну вот что-то у них на проработку таких деталей нет, и денег не хватило, что ли, я не знаю. Ты проявила ловкость и изобретательность, и я сочту... Вот, ну сейчас Борис там, этот, Last of Bikers сейчас там пока нет. Я говорю, сейчас вот буквально на днях появится. Пойдем. Нам для этого понадобится больше места. Так, все, доступна специализация дуэлянт. По-моему, больше ничего нельзя сделать. Можно еще куда-нибудь выйти? Поместье Эрла. Можно с Эрлом пока поговорить. Он скажет, типа, это, что делать. Сюда. Вот, и в принципе, да, сейчас давай поговорим и будем заканчивать уже. Он где-то на втором этаже, по-моему. Или где он там вообще сказал, где он находится, блядь. Вин, Лилиана, Зеврун, Угрен, ваша комната, пес, Морриган. А чё она делает в моей комнате, блядь? Ох. Морриган? Мы же с ней не того самого же вроде, да? Пойди, посмотри. Вот я и пусть пришел. Мне еще один слуга предложит да, сменить интересно. Одежды. Дом я подожгу. Что делать мне теперь? Не понятно. А там еще... Там и Стэн еще тусуется, блядь. Класс, да? Так, го, поговорим... А, вон. А, страж. Надеюсь, ты хорошо устроилась. Да, вполне отлично. Потому я что, сдается, в следующий раз ты будешь отдыхать не скоро. Это Эрлина. Она... Кто я это? Я служанка королевы Аноры. Она велела сообщить, что ей нужна ваша помощь. Что ж, возможно, юная леди предпочитает рассказать все сама. Это Алина говорит. Алинка, да. Королевы Аноры. Как королева запомнила. Юная леди, говорит, предпочитает сама. Что они несут-то там, блядь, вообще? Какой, кстати, она раздумала просить нашу помощь? Она служит дочери Лагейна, она шпионка. Говори побыстрее, не то вернем тебя Лагейну, изрубленной на кусочки. Так. Королева в трудном положении. Она любила своего мужа, так? И верила, что ее отец будет его защищать. Вдруг он возвращается без короля, и начинают ползти страшные слухи. Что ей думать? Она волнуется, верно? Но когда она пытается поговорить с отцом, он только велит ни о чем не беспокоиться. Короче, с ней сделку сейчас это самое, того самого заключить можно. То есть, кто станет королем? Либо Алистер, но Алистер не согласится, потому что у нас с ним лютые минуса в отношениях, блядь.
Поэтому у нас, помимо аннигиляции магов, есть еще одна задача — стать властителем вот этих вот земель и всего прочего. Так, ты хочешь сказать... Ну и дурак. Да. Ты хочешь сказать, королева считает, что Лагейн убил Кайлена? Тогда она скорее объединится с нами, не убить своего мужа, так? Ну, логично же. Наверное. Королева подозревает, что отцу нельзя доверять. Но Лагейн, у меня он ведь очень хитрый, верно? Это а Трентон Хоу посвящен во все... А если там была ссылка, то, скорее всего, Ютуб блокирует ее. И она отправляется к Хоу. Это не пропускает. Интересные слова некоторые. А, ну или слова. Я знаю, там, короче, у Ютуба очень сложно. Сейчас все с чатами и этот как его, что касательно этого, как его, помнишь, Кольян хотел нам этот трейлер Були 2 скинуть, он скинул у меня на почте ссылка, ну этот как его, сообщение то мне на почту пришло, то что оставлен комментарий, ссылка там есть, а на Ютубе Ютуб быстренько почистил это все. Поэтому я посмотреть-то посмотрел, а на Ютубе оно пропало. Так вот. Приличной женщине такое повторить. Вот так вот говорю. Да. Как он поэтому, только ее если не называл? Ссылки, предательница. То это самое мягкое. Вряд ли. А потом запер пропустит. В гостевых ну и какие-то покоях. Там слова. Вот, я говорю, но сайт есть в описании под видео. Вот, прямо вот. Ну, надо вот так вот писать, тогда пропустит. А? Надо вот так вот писать. Я не вижу. Тогда пропускает. А, ну вот так пропускает. Так, как он только ее не назвал? Предательница, это самое мягкое. Потом запер в гостевых... А, типа нужно ее сначала освободить, а потом это самое. И это уже на следующем стриме мы будем делать. Если дворцовая стража осадит поместье Хоу, он убьет Миледи раньше, чем ее успеет освободить. С ней. Я думаю, будем заканчивать стрим. Сама слышала, как Хоу говорил, что от нее мертвой время пользы будет куда полуночи. Больше, чем от живой. Особенно, если обвинить в ее смерти Эрла Эамона. Надеюсь, если случится стрим в воскресенье, сделаем его часов 8. Короче, я писал про сайт serpgame.ru. Да. Я она думал, надеялась, что он удален, а ты говоришь, что я могу Лагейн туда зайти. Он удален. Он работает, но работает может, пока не полностью. То есть мы настраиваем. В общем, он долгое время находился в отключке. Не то есть там сейчас просто... Там работает сейчас риск. Верхушка. Вот только верхняя часть там работает. По верхней части ты можешь попасть, вот по выпадающему меню, ты можешь попасть на работающий, как корректно, второй сайт, streamcube.ru, то есть там, да, там вот все ссылки в выпадающем меню ведут на корректно работающий сайт. Вот. А что касательно серпгейма, то там вот в скором времени только вот главная страница будет, главная страница и слайдер, вот. И все, верхушка также останется, которая будет вести на стримкуб. Вот, ну и по бокам баннеры, наверное, будут, которые будут вести на каналы, на ютубовские. И все, не более, не менее, потому что... Ну, потому что потому. Вот так вот это будет. Просто домен терять не хочется. Вот, и он будет, так сказать, транзитом таким. Вот, ну и индексации немножко добавит стримкубу в этом деле. В общем, такой хитрый план Капкан. Комбо-бомба. Да. У меня есть несколько мундиров. Эрл Хоу ежедневно вербует так много новых вот. Солдат, а, добавит почему? Потому что стримкуб очень я проведу много на него что ссылается. И очень много лет на него много что спасибо, ссылалось. Страж. Поэтому скорее. У него хорошая индексация, и он должен добавить, как бы это, забустить немножко стримкуб. Так, короче, нужно помочь Айлеоноре,
Эонори, кому, блядь, помочь-то? Денерим, спасти королеву. Эрлина, служанка королевы Аноры, сообщила тебе, что королеву держат пленницей в поместье Эрла Хоу. Королева Анора считает, что ее могут убить, а в убийстве обвинят Эрла и Амона. Эрлина просит твоей помощи в освобождении королевы. Тебе нужно как можно скорее встретиться с Эрлиной во дворце Эрла Денерима. Так, туда мы не пойдем и как можно скорее точно не пойдем. 23 с чем-то на часах, я не знаю, на какие часы, блядь, мне смотреть просто. Вот, потому что у меня, кажется, у меня все неправильные, да? Конечно. Ну, у тебя, да, все. Действительно. Конечно. Да. Вот, единственное, я сохраняюсь. Сейчас мы вообще посмотрим, сколько лет заняло прохождение до данного момента. Это при том, что побочки, вообще никакие побочки не были выполнены. Вот, можно сказать, спидран практически. Верно. Так, короче, давай соохраняешь. Павел, может, немного еще проведешь стрим? А тут, понимаешь, тут очень рвано получится, прямо очень. Тут куда ни пойди, как бы целостное повествование. Вот идешь спасать Элеонору, там прямо часа на полтора, наверное. Идешь в Астагар, там часа на два. Идешь в этот, как его, за големом, там тоже часа на полтора. Идешь в этот, как его, в пик солдата, там часа на три практически. Вот, и то есть, если я сейчас начну, это очень рвано получится, а когда следующий стрим по Dragon Age, я понятия не имею, потому что хочется поиграть в Last of Bikers и, может быть, еще начать Last Life. С какой стати мне это делать? Я планирую драконью кость немножко на паузу пустить, верно? Потому что, говорю, до Эксодус хочется добраться. Барт берет события величайшей важности и притворяет их в легенду. Потому что Эксодус я не щупал еще ни разу. Произошло в Редклиффе, хотел ужасно. На стриме как раз его столько самое. Людей погибло, и причины их ужасной смерти стали невообразимо злые силы. Вот, ну и вот. Говорю, очень это рваное повествование получится, я обо всем забуду. Можешь положить на эти слова, это лучше уже в следующем стриме делать, ну, осознанно и прямо вот, об этом выворачивает наизнанку. Прямо. Но ведь мы же в конце концов преуспели. Чего стоит победа, которая с ним ничего нельзя сделать. Стоит ли только подумать о том, что довелось нету пережить. Ничего. Побочки не хочу даже брать. Доска объявлений, всякие проныры Клоуди, там всякие ограбления и туда-сюда. А сержант бедному Клоуди... Мальчику? Нет, я не желаю прославлять в веках то, что случилось. Ладно, давай один квест. Ради тебя, Борис, один квест выполним. Надо бы отгородить стену от города весь этот квартал. Он будет посвящен тебе. Чем могу помочь, страж? Что? Тут, по-моему, как раз банду нужно аннигилировать. Да-да, конечно, еще как нужна. Тут есть одно весьма популярное. А, да, вот как раз из жемчужины нужно без кулаков выдворить. Если я отправлю туда своих ребят, их там могут, упаси создатель, ранить. И тогда мне придется объяснять их знатным папашам, что служить в городской страже и вправду опасно. Внуками генералов. Да, будем раскулачивать. Как следует, и в твоих карманах прибавится серебра, а может быть и золото. Галдишка-то нужны, говорит, это прибавит серебра, а может быть и золото. Вот это нам надо, да. Этот бордель называется «Жемчуг». Я в деле. Поколоти да. Всех наемников, за золото, все что тяпнуть, угодно. Так, хоть за жопу щупай. С кем имеют дело. Заметь, я сказал «поколоти», а не «перебей». Надо же армию кормить. Ну, не поджигать, не взрывать, никаких. Тем более эти волкодавы-то, блядь, пиздец. Мясо-то жрут нахуй. Я привык командовать своими ребятишками. Словом, просто оставь их в живых, и я буду счастлив. Слопый хвост. Спасибо тебе, страж. Ну, доброй охоты. Почки хуярь сырые, только так нахуй. У людей. Так. Чем ты в бордель пошел? А, куда? В бордель.
Может, так они здесь. Мошенники Лоун. Да, рада, что он да о, ви, вон, ви, ветеран белых соколов. Ты, чужак, своей дорогой. Чужачка, иди своей дорогой. Хотя, по-моему, соколы. Если я не ослышался, в дубляже он сказал, иди, чужак, своей дорогой. Мартини нравится ли мне? Ну, пил как-то... Ну, его лучше мешать, это же основа для коктейлей. Мартини. Вот, это, ну, как бы с ним нужно смешивать, чтобы получить... Нормальный, как бы, алкоголь, вот. Просто так, блин. Не знаю, не, конечно, тоже можно. Вот, но лучше, как бы, из него что-то с чем-то делать. По приказу... Там, яблочный мартини. Яблочный мартини, да-да-да. По приказу городской стражи очистить помещение. Кто такие или... Сколько лет, почему не в армии, блин? Кто такие или что такое белые соколы? Пора закрывать лавочку. Пока беду не накликали. А так. Петушара окон... А! Пирушка окончена, блядь. Слышь, петушара. Да. Идите на этого стража. Пойдем на улицу. Ты еще на будешь улице. Указывать нам, так, что так, можно делать. Убедить, можно запугать. Убедить лордом. Нужны надежные, верные солдаты, а не поддонки никуда не годные. Запугать. Да я вам именно указываю, что делать, а теперь уходите. Ну, давай попробуем убедить сначала. Ты, пожалуй, прав. Эй, парни, уходим отсюда. Мы же не хотим обозлить Логейна. Сила слова сильнее кулака. Кстати, от души благодарю за то, что ради меня продолжил стрим. Вот так вот. А, пожалуйста. Вот, но этот квест короткий, Борис. Так что... Тебя наебали. Ну как наебали? Я же сказал на один квест. И вот он первый попался. Потому что, ну, остальные тупо долго, там очень долго. Уже объяснил. Там полтора-два часа. Но посвятил я его тебе. Я тебя искал. Выполнение. До меня там река называется Дроккон. Не знаю как, но тебе Дроккон. Удалось выставить Дроккон? Оттуда наемников без да. Что с Дроконом? Работницы жемчужины река? Будут... Никто, река с Дроконом? Не смеет река Дроккон. Ой, придется а тут они это самое. Смотри, сейчас эта битва всех и вся сейчас будет. Тут будет жарко. Ой, этого и хотим. Как кого бить-то? Кто своих? Кто не очень, блядь? Потом разберемся. Вообще нихера не понятно, но очень интересно. Тебе не синих надо бить? Да не, я вроде красненький, щупаю. А может синих? Не, синих не, синие не бьются, зеленые тоже. Или желтые. Какого цвета это? Желтые. Вот они тоже не бьются. Значит, и синих потом надо бить. Че какая-то битва семи воинств или сколько там было в Властелине Кольец? Двадцать пять крит, пиздец, бля, надо качаться. Я к финальной битве прямо вообще. Неужели у них все мозги отсохли? Вот и плата, которую я обещал. Там очень долго. Может, будет, если я так если я не буду раскачиваться. Но это... сейчас я возвращаюсь в торговый квартал. Это наверное, в переулках для меня слишком опасно. Пол стрима, наверное, точно уйдет на битву с боссом вертолетом, в смысле драконом. Ну хорошо. Что-нибудь полутать-то можно у них? Кристофа что-то взять. Ну, хоть 10 эти серебра. Подожди, а этот хер-то мне отдал этих денег-то? Задонатил там, нет? Что-то нас сказал. Я что-то не увидел, то, что он сказал это. Вот, он сказал на, но я не увидел, что вот это вот на упало в инвентарь.
Что там у нас вообще по это? 23. А, ну, может быть, немножко прибавилось. 23 голды уже неплохо. Ну как неплохо? Хуёво, конечно. Вот. Ну а что делать? Торговый квартал, да, мы же туда направлялись. Подожди, они же где-то вот здесь вот выловили. По идее, отсюда и должен путь-то продолжаться. Как бы. Так, ладно, что там по заданиям? Премиальный контент это потом, морд это понятно, круг магов долго, ну как долго, не особо долго, ну конечно потом можно немножко это опыта подсобрать. А можно еще дракона, но это потом, это в принципе даже можно растянуть при желании, можно растянуть еще стримов на 5 вот это вот все. Вот не надо стримов на 5. Надо заканчивать до этого. Origins надо заканчивать и Awakening, потом второй дракон и потом инквизицию немножко. Прям вот буквально один стрим инквизицию. Я надеюсь, я ее еще пройду до конца года, потому что что-то там очень много всего, блять. Рад снова видеть тебя. Ну, игра говно. Из таверны не надо проходить тогда. Мне, пожалуй, ну, мне нужно мнение, ну, как бы, хотя бы сюжет в инквизиции нужно пройти, чтобы быть, как бы полноценно себе в Y3 в голове сложить. Просто вышвырни оттуда этих ублюдков. Хозяйка таверны не против небольшого кровопролития. Потасовка, Борис, вот еще один маленький квест. Компенсируем, так сказать. Два маленьких квеста за цену одного. Более большого. Денерим. Кровавые весла. Сержант сказал, что у хозяйки таверны... А где покусанный дворянин или дворянин? А, он внизу, по-моему. Да-да-да-да-да, внизу. Ну, тут по-любому махаться, наверное, с ним. Я уже... На полчаса, как хотел закончить, полчаса как. Ну ладно, Борис. Ты чего глазеешь? Мы кровавые весла. Кровавые весла, белые, просто никто там еще-то будет, блядь. Порванный матрас, блядь, я не знаю. Что там? А, блядь, что за название? Я не знаю, или это наша локализация дебильная просто. Урень. Так, а что там? Ты чего глазеешь? Мы кровавые весла. Так, отлично, кровавые весла. Я попрошу вас уйти отсюда. Интересно, их бить можно или не можно? Запугать. Да, кстати, у меня за спиной сотни трупов. Прибавитесь и вы. Я не замечу. Мы вот как раз уходим. Точно. Весла, айда в порт. Хули нам. Прогнал. Все серым волкам. Ну. Стражам. Стражам. Типа, вернуться к нему, наверное, надо, да, к этому товарищу, типа. Без единого выстрела, собственно. Идвина шлёт тебе свою благодарность за то, что ты избавил ее от кровавых весел. Заметь, она разочарована, что обошлось без драки. А, то есть можно было вот им по щам просто дать. Ты нам очень помог. А, ну типа все. Спасибо за помощь. К несчастью, у меня появилась новая головная боль. Типа все, миссии у стражника закончились. Можно, наверное, и стрим заканчивать, да? Тварь ленивая. Он стоит больше, чем ты заработаешь за 10. Ой, это кто? Как приятно вернуться в цель. Хай баклажан. О, смотри, какой-то что чувак, он красным горит. Если ты при деньгах, добро пожаловать в наш магазин. То есть его если можно как-то нет, это запенетрировать, по идее, да? Когда здесь толчется слишком много беженцев, они мешают покупателям. Я не бежен. Не бежен. А, да.
У меня и в мыслях такого не было, госпожа. Тебе явно не пришлось голодать. Ясен хуй, не пришлось голодать. Говорит, тебе явно не пришлось голодать. Конечно, там щеки, пиздец, блядь. Можно нахуй на плечи, блядь, закидывать. Где же ты прямо, хочешь, уверенно? Так, что у тебя есть? Да. Да, говорим. Извращенец, да. Говно у него одно. Да, говорит, на продажу. А вот это вот кто? О, у меня мастер Ниго. Айвенго. Подожди, был такой этот фильм или книга про Айвенго какого? Да, да, вроде бы. Или это про бабу или нет? Рыцарь Айвенго же. Что-то было. Ой, такое? Ой, да, 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 там медведь. Какой медведь? Он в клетке медведь. А он шевелится, нет? Он дрыгается. Туда-сюда. Какой? У меня посетитель, ну что ж, полюбуйся на товары. А кто-то такой, какие товары? А можно медведя купить? Везде, куда ходят, да, сюда. Надо медведя купить. Резьбу и многое другое. Медведь Сезар нужен. Занимается товарными запасами, а я другими делами. Говорит, насаживает там на резьбу кого-то. Медведь? Медведь. Или он медведа? Сделки, деловые встречи. Сезар избавляет меня от повседневных забот о нашем магазине. Айвенго книга. Вот, вот, да, я вот что-то в моей памяти такое. Вот про... Он, по-моему, рыцарь был такой. Хм, сейчас нет. Может, когда-нибудь? О, нет. Я торговец в душе. Мой дом – дорога. Но родился я по ту сторону недремлющего моря, в Антибе. Ну этот, как он, фильм-то, фильм с этим, как он, не Скроу, блядь, а, короче, тоже этот, известный. Старый, как он, Последний рыцарь, что ли, или как он там назывался-то, что-то такое. Удачи тебе, страж. Подожди, он чем-то помочь, что ли, может, это, хрен-то? Я слышал краем уха. Говорят, на рынке не бывает тайн. Удачи, говорит страж. И вот я ему говорю, типа, откуда ты знаешь, что я страж-то, блядь? Хитрость. Ты что-то скрываешь. Все мы что-нибудь доскрываем. Я не желаю. Хитрость не удалась. Запугать можешь, можно желание как-то. Поговорить иссякло. Даже и не собирался. Ты вернулась, страж. Хм, сейчас нет. Он из Может, темного братства. Я не был там очень много лет. Впрочем, а медведь, кстати, не дольше, его. А человек с умом еще и сумеет сколотить приличное состояние. А, спасибо, мисс Кузи. Ой, блядь. Пожалуйста. Коровирус проклятый. Явная предсказуемая опасность это, очень бодрит. Реал-то всякую минуту может пролиться кровь, и частенько индийский. Так и бывает. Индийский, да. По мне, пусть хоть каждый день там нападает порождение тьмы. Всякие вот эти Они слоновьи хотя бы не уже. Подкрадываются из-под тишка. Удачи тебе, страж. Блин, как его запенетрировать, вот это вот вопрос. И медведя-то не это, не выпустить-то, да, пока никак. Чё, чёрный рыцарь? Нига. Нига. Чё, чёрный? Ватман. Смотри, маг! В чём дело? Где? Yeah. А его работать. Нельзя за это, того самого. А где маг? Не, а, чёрный рыцарь это этот, как у фильма был с этим, с Лоуренсом этот. Па-па-па-пам-па-пам-па-пам-пам-пам. И вот это вот все. Ладно. То другое. Что-то типа Последний рыцарь или... Там, по-моему, две части, что ли, было. Не помню. Ну, они что-то тоже старые там какие-то. Пяздюки бегают. Зачем-то. Кто бегает? Пяздюк.
5. О, слушай, нужно это, кстати, про пиздюков, нужно это, снарядить своих, может, у меня там это, мантия. Вот, как раз для Морриган что-то, мантия. Обладание. Подожди, а я что, не взял, что ли? Или нет, подожди. Вот, ограничение Морринга. Как раз, смотри, у нее есть одеяние провидца. 9 к силы воли, 6 к магии. А у ее одеяния 5 к магии. 10 к броне, 12 к защите. Отразить враждебное. Ага. То есть хрен его знает. Не, оставлю-ка я все как Боже есть. А, подожди, а может быть оружие есть какое? Нет, нихера. Вообще я, блядь, как... Нищий! Папа, последний богатырь. Да не! Вот это вот точно нет, не последний богатырь. То вообще там 80-го, что ли, 80-х или там середины 90-х какой-то. Блин. По-моему, так он назывался, последний рыцарь. Нашли прах Андрасты. Притом здесь. Как раз, по-моему, это Айвенга там его. Или подожди, а может быть Айвенга это лошадь? Я не знаю, я не помню, честно. Так, давай на свет. Чё там, пора стрим заканчивать, наверное. Сколько там прошло? 2.5 часа? Наверное, 2.40 даже. 2.42. Да, отлично. Нам нужно до трех часов тогда успеть сегодня. Потому что, чтобы Яндекс принял это все дело, потому что пока там нам не прикрутили прямые эфиры, ограничение по видосам 3 часа. Вот. И много чего туда не попадает. Потому что стримы длинные. В последнее время почему-то случается. Но драконью кость хочу туда запихнуть. Вот, давай сохранимся, а то чё? Дракон. Посмотрим, за сколько, 6 стримов прошло, да, вообще? За 6 стримов мы наиграли 25 часов. Практически. Сутки. Чуть больше. Ну, не знаю даже, что сказать. Нормально. Больше, чем в другие игры. Наверное, я не знаю. Ну да. Там, наверное, ничего более объемного-то это самое не было такого. Такое, как количество времени тратилось. Этот GTA-хи, они что-то там в районе 10 или 12 часов, да, проходились. GTA 5. Не, GTA 5, он, кстати, и проходится примерно как раз за это же время. Вот я еще когда на релизе, ну, на третьей плойке проходил, еще в далеком 2015 году. То есть у меня вышло тоже что-то 24 часа, по-моему, ровно. Ну, или там плюс-минус. То есть на побочки и на основную сюжетку. Вот прям 24 часа. Вот, ну, естественно, не за раз. Вот. Как я в нее играл. Ну, я в нее играл, наверное. Ну, несколько недель, наверное. Недели 3-4. Так вот. По чуть-чуть там, когда выходные были, там часика 2 поиграешь и на. Слышь, такой холодок дует. Холодок дует. Где? С улицы. Ну вот я пока не могу себе холодок сделать с улицы. 15 градусов показываю. Потому что мне мешает хромак. Я уже весь... Очень жарко. Эта скотина еще плотно не пропускает никакой воздух сзади. И надо вентиляцию там прорезать. Да. Кошка, блин. Вот. Ладно, господа.
А, прощаемся с вами. Я не знаю, Максим, ты в воскресенье чё? Я чё, да. Ты здесь, ну, в смысле, в это... Не поедешь? Я тут очки. А, ну... Короче, посмотрим там, чё, как... А в субботу, завтра отдыхаем. В воскресенье, может быть, 2.79 сделаем. Если не сделаем, то... Ты этот, Last of Bikers в среду, во вторник, понедельник, не знаю, посмотрим. Но если в воскресенье будет 2.79, то Last of Bikers точно в среду. Вот, потому что через день стримы делать это люто. Я ничего не успеваю. Вот, мы пытались сделать через день... Через два я не успеваю. Вообще там видео есть. Какое видео? Нарезки. Нарезки, да. Ну, кстати, нарезку можно. Посмотрим. Вот, нам нужно с 279-м вопрос закрыть, потому что человек с прошлого года ждет. Просил. Очень держивал. Вот, и продолжает поддерживать. Так что надо уже все откладываю, но. Кстати, по-моему, GTA 5 с. GTA 5 онлайн с 22 июня не будет работать на PS3 и Xbox 360. Да. Я наткнулся на эту новость, то, что они там сервер... Но они не только, там, короче, они дохера чего там, каких серверов закрывают вот этих старых. А, вот. Ну и, в принципе, ну я не знаю, сейчас, ну, может, кто там играет на Xbox и на PlayStation 3 в онлайн в это. А, представить не могу. Не, ну может быть. Ну, конечно... Совсем что ли там? А? Совсем что ли говорит? Тем более в этот, как его, на плойке, на третий, онлайн платный. То есть ты берешь подписку PS Plus, и тогда можешь играть мультиплеер. Но это не во всех играх, вот, но в большинстве. Это опять так же. То есть, кто там на PlayStation 3 сейчас, в 21 году, покупает PS Plus, я не знаю. Ладно, PS4. Еще куда ни шло, она еще некоторое время будет актуальна. Еще лет 5 точно. А ну PS3 уже все, пора. Извините меня, консоль какого? 5-го года? 7-го? 7-го, да? Году PS3 вышло. Я не в курсе. Ну, ей как бы все, уже пора на пенсию, как и... PS2 тоже ее прекратили в 2013, по-моему, или 2011, не, в 2011, по-моему, там полную поддержку прекратили игры. Там до этого момента там и FIFA выпускали, и все там прочее, а потом все уже. Пить пора. Вот. Так уже, ну, все, 21 год, как бы, консоли уже больше 10 лет, там, 15 почти. Куда столько? Ну, я говорю, ну, четверку они еще точно лет 5 поддерживают. А пятая только вышла. Читай, вот. Хотя в погоне за деньгами, за монетой. Они могут сейчас в следующем году вот вам PS6, хотя бы по железу будет одно и то же, только в новой оболочке. А чего 6, если 5 нет? В смысле нет 5? Ну, есть-то она есть, но где? Ну, где-то есть. Ну, она же есть. Где-то есть. Это как суслик. Видишь суслика? Он есть. Так, я камерой в бутылку, бутылкой в камеру тычу.
Ну, немножко. Потыкал. Так, все, ребят, очень жарко. Сколько? Три часа, наверное, уже есть, да? Интересно, а как Павел выглядел в детском саду? О, а там же фотографии есть или нет у меня? Да, этом... да, и была раньше. Вконтакте была, да. Ну вот, ну если нет, я собираюсь Максима озадачить, коллаж сделать. Там, не знаю, найду самых ранних их-нибудь до самых теперешних. Вот как раз у меня получается через месяц, да, ну чуть меньше, 31. Да, 12. Ну, традиционно, у меня два поста в год ВКонтакте выходит и в Инстаграме. Это Новый год и день рождения. Вот, так что да. Вот. Не, ну с помощью нейросети можно, конечно, себя состарить там еще, блядь, лет на 73. Ну, как-то так. Глянь Twitch, Максим. Сколько времени? Сколько времени прошло? 2:51. Блять, давай до. А, нет, до трех не надо, надо шоу, блядь. Нельзя. До трех нельзя. Короче, еще 4 минуты. Ну, короче, мы как раз 4 минуты заканчиваем. Я уже и затек. Вон. И так Куб заругал. Говорит, нельзя больше 20 минут грузить. О, да. У меня, говорит, не пихается столько. Не, в Куб не входит больше 20, блядь. Там секунд 40 можно еще пихнуть. Я пробовал. Да. Короче, напоминаю, есть Telegram под плеером. Ссылка на него присутствует. Неважно, где вы смотрите. ВКонтакте. Где еще-то? На Твиче. На Ютубе, на Гудгейме, на Взаде. На СК2, на стрим-кубе. Что-то было вроде бы. На еще одном Ютубе, на еще одном Твиче, блядь, на еще одном Гудгейме. На Яндексе. На Яндексе, да. Короче, везде ссылочки по это присутствуют на важные ресурсы. Вот, можно подписаться на уведомления. Следующий стрим либо в воскресенье, либо... во вторник, либо в понедельник, либо в среду. Короче, на уведомления подписывайтесь и все узнаете. Last Light на следующем стриме не знаю. Пока что, может быть, да. Пока с драконом сделаем паузу. И следующий стрим будет, вот если это будет воскресенье, будет 279-й танковый стрим. Заказной. В пятницу или на следующей неделе? На еще следующий. Ну, на следующий. Ну, Last Light, да. Вот, либо в среду, либо, ну, в понедельник, вторник, в среду, либо в пятницу. Вот, там у нас на следующей неделе в любом случае либо Last Light, ну, точнее, и Last Light, и Last of Bikers. Вот, короче, вот эти вот две игры будут на следующей неделе точно, абсолютно. Вот, Dragon Age берем паузу. Проходим Last Light, проходим Last of Bikers. Вот такая вот. Такой план капкан. По захвату. Да. Захвату в одном случае метра, а в другом случае я не... Какой смысл Last of Bikers? В смысле смысл? Ну, смысл, что, ну, сюжет какой, что там надо сделать, я не помню. Я как понял, там отомстить кому-то за что-то. И поехать на север. Закат. Хохоча. Хохоча на мотоцикле. Да, отсыпал. С какой-нибудь цыпой. Цыпу убили там. Ну, еще же, наверное, есть.
Всякое разное. Так, ладно, я сейчас надеюсь, я сейчас нажму выход из игры, у меня ничего не повисит. Загамгунец на... Давайте. Да, давайте, будем. А то я когда выходил с Days Gone, он мне хард вообще повесил систему игры, потому что я его не туда абсолютно поставил. Надо было хотя бы на 7200 его ставить. На 5400, блядь. А, так, короче, все, из игры я выищили. Короче, господа, в 3 часа укладываемся. Вот 4 минуты, меньше 4 минут уже осталось. Все, завершаемся. Короче, господа, спасибо, что смотрели. И коты вроде не захватывали. Да, коты не захватывали стрим. Они где-то ходят. Борис, спасибо тебе отдельно. Всем остальным спасибо, что заходили, уходили. Спасибо тем ребятам, кто смотрит этот стрим уже в записи на Ютубе, на Твиче, в Яндексе, ВКонтакте, на худой конец. Вот. Прощаемся, увидимся через пару-тройку дней. Пока-пока. И хорошего вечера. Чё? Пока говорю, вырубай быстрее, сейчас не залезем на Яндекс. Счастливо.